Всем доброе утро! Рада приветствовать вас всех на нашей лекции. Сегодня у нас четвертая лекция в рамках Наши, наши лекции проводятся в рамках проекта общественного объединения кадров-кассет «Имплементация решений договорных органов ООН при поддержке органов. Хорошо, хорошо, доброе хорошо, утро всем. Рад всех приветствовать. Замечательно, что столько, как я наблюдаю, наших сотрудников. Да, значит, что можно будет лекцию чуть более даже профессиональную делать, хотя, поскольку она в Фейсбуке транслируется, то, ну, полагаю, что те, кто просто, кого интересует эта тема просто, они, они в той мере, в которой э, мы будем говорить о праве на жизнь в его международном понимании. Я надеюсь, что эта лекция, как мы уже говорили, и говорила Мадина, будет презентация достаточно большая, вы можете ее потом использовать совершенно свободно. Я надеюсь, что эта лекция поможет вам более четко понимать, что такое право на жизнь с точки зрения международного понимания и международных стандартов. Дело в том, что, к сожалению, в течение многих лет, да и в нашем дискурсе общественном, право на жизнь как-то больше связано с смертной казнью. То есть вот есть такая параллель, что запрет смертной казни вроде как право на жизнь обеспечил. А право на жизнь значительно шире. И международное право, международное понимание в этой части не стоит на месте. Оно все время развивается. И появляются целый ряд э, вопросов, целый ряд проблем, связанных с правом на жизнь, которые э, не обязательно однозначно воспринимаются. Сама смертная казнь неоднозначно воспринимается. То есть есть, как мы увидим дальше из лекции, целый ряд стран, где есть очень сильные аргументы против э, смертной казни. Но помимо этого... Есть еще целый ряд вопросов, которые, мы, которые тоже спорны и по которым тоже нет единого, единого знания. Хотя все относится к праву на жизнь, которое вроде как бы абсолютно. То есть право на жизнь относится к защищенным правам. Ну, кроме там случаев, как у нас в Конституции записано, забегая вперед, когда смертная казнь допускается. Хотя она на практике не применяется. Вот, но я просто на скидку то же самое искусственное прерывание беременности, аборт, то же самое автоназия. То есть вы увидите целый ряд разных вопросов, или право на самоубийство, очень много спорных вызывающих разные точки зрения моментов жизни, которые дискутируются и в разных странах по-разному регулируются и по-разному обеспечиваются. Поэтому у меня ну как всегда лекция наверное где-то будет длиться на вопросы я буду готов после ответить, ну может быть по ходу есть уж какие-то такие острые вопросы будут. Но еще раз хочу обратить на ваше внимание, что что мы будем говорить как раз о праве на жизнь в, в его международном понимании. На целом ряде лекций, вот и предыдущих лекций некоторые даже начинал с этого, что международное право в области прав человека, оно в каком-то смысле уникально и нетрадиционно вот, для нашей правовой культуры, для нашего юридического восприятия. Я много раз говорил, что право на жизнь, право, права человека – это э, основывается на праве принципов, а не норм. Мы всегда привыкаем, привыкли к тому, что наше законодательство характера, в нем есть конкретные эти нормы правила реализуются независимо даже иногда от того, в какой ситуации они реализуются. Право принципов, более принятое в международном праве и в практике передовых таких или развитых государств, оно исходит из того, что невозможно в законе все предусмотреть. Этого невозможно сделать, потому что ситуация очень сильно разнятся. Существует некий набор принципов, которые применяются в конкретных правовых ситуациях, то есть и позволяют таким образом оценивать в этой ситуации вот это право было правильно соблюдено, исходя из этих принципов, или неправильно было оно обеспечено или не было. И в этом отношении очень важно представлять себе, что то, что написано в международных договорах, ну в том же самом международном пакте о гражданских и политических правах, на котором мы остановимся оно написано достаточно таким общим языком. Почему очень трудно применять международный пакт о гражданских политических правах, политических, экономических, социальных, культурных правах и даже конвенции, очень трудно применять, использовать правоприменительные практики, то есть непосредственно на них ссылаться. Потому что они как-то, вот, с точки зрения, опять же, нашей правовой культуры, они какие-то такие декларативные или абстрактные. Ну, хорошо написано, каждый имеет право на жизнь. Дальше что? Именно поэтому крайне важно, и чего у нас в в нашем опыте, особенно наших государственных органов, наших законотворцев, законодателей. Нет, нужно понимать, что недостаточно ратифицировав там орган и признав право на жизнь, недостаточно просто сказать, мы его признали, оно теперь, он теперь этот пакт часть нашего национального права. Нужно дальше как-то двигаться и понимать, хорошо, там закреплено право на жизнь. А что это такое? И тогда приходится неизбежно переходить и использовать эти самые принципы международного права в области прав человека. И что еще важнее, разные документы, инструменты так называемого мягкого права. То ну, то, что мы у нас называем толкованием или там, комментариями к какому-либо э -э -э закону или комментариями к какому-то кодексу. Верховного суда. И если мы в нашей практике привыкли к тому, чтобы это использовать, и ссылаемся на нормативные постановления Верховного суда, или даже используем комментарии какого-либо из кодексов, уголовного, уголовно-процессуального, для того, чтобы подтвердить свою позицию и представить такие сильные аргументы, то с точки зрения международного права мы этого ничего не используем. То есть правозащитники иногда используют, тоже не часто, а власти не используют просто никогда, потому что они э, не привыкли к тому, что недостаточно ратифицировать э, Международный пакт о гражданских и политических правах, а чтобы понимать, что в нем написано, нужно знать, а что по этому поводу сказал комитет он по правам человека, созданный в соответствии с пактом. А какой он замечательный толкующий документ выпустил по той статье, которой обеспеч, гарантируется или закреплено то право, о котором идет речь. Или какие решения были приняты не только самим комитетом по правам человека, независимо от того, входим мы в его юрисдикцию или нет или Межамериканским судом по правам человека, чтобы понимать, как развивается практика и представление о том, да, конечно, когда мы речь ведем о Комитете по правам человека или о Европейском суде по правам человека, над ними, конечно, давлеет больше англосаксонская правовая система и давлеет, так сказать, такой прецедент, который, кстати, для прав человека человека помогает больше, потому что позволяет искать аналогичные правовые ситуации и понимать, как их разрешать. Но тем не менее, если мы посмотрим сейчас международное право в этой области, происходит писанное право, на котором мы живем, то есть наши законы, кодексы и э, прецедентное право, когда вы исходите из правового э, из прецеденты, они э, начинают объединяться, то есть они перемещаться, э, они начинают совмещаться, извините. Вы входите в ситуацию, когда Помимо того, что написано в там международном пакте о гражданских и политических правах по отношению к которому э -э, принимается то или иное решение, о нарушении права на жизнь, то одновременно вы видите, как идет ссылка на какую-то конкретную норму и одновременно идет ссылка на прецедент, на ранее решенные дела. Вот это небольшое э -э, такое, э -э, скажем так, введение. И сейчас мы Попробуем запустить демонстрацию экрана. Значит, наша лекция будет состоять из того, что я буду перелистывать отдельные слайды, разъяснять, о чем-то говорить специально. И мы сейчас будем погружаться. Международное понимание права на жизнь, в то, какие существуют стандарты. Немножко остановимся на нашем национальном законодательстве, которое в этом отношении, ну, такое весьма вкусное, если так можно сказать. То есть там не так много сказано о праве на жизнь, вот в этом широком понимании. Но тем не менее. И э, пойдем мы с первого слайда. О чем говорим? Ну, давайте посмотрим, о чем мы говорим. О смертной казни. Право на жизнь в контексте применения смертной казни. О праве человека на самоубийство. Входит тоже в право на жизнь. Об эвтаназии. Поговорим чуть подробнее об этом. О трансплантации органов. Тоже туда же входит в это понятие. О клонировании человека. Об аборте. О применении летальной силы правоохранительными органами о лишении жизни в результате самообороны, о защите жизни и права на безопасность. Более широкого тоже поговорим подробнее. О праве на достойную жизнь, питание, жилье и так далее. Чтобы человек не умер от голода, не умер от холода, и медицинская, скажем так, помощь ему была предоставлена адекватная с учетом его права на жизнь. То есть вы видите, что это не просто смертная казнь. Посмотрите, сколько. То есть большое количество разных аспектов, компонентов прав, которые связаны с правом на жизнь и которые требуют своего регулирования или своих гарантий или защиты. И по каждому из них международное право, практика, правоприменение развивается, изменяется, переходит на какой-то новый уровень в том числе, ну, например, с тем же самым клонированием человека. Поэтому мы попробуем, я сразу скажу, на всех останавливаться я не буду, ну и по причине нехватки времени, и по причине того, что каждая, по идее, каждая из этих составляющих требует отдельной лекции и отдельного обсуждения, рассуждений, потому что даже на международном уровне по целому ряду из них нет общей позиции. Как мы знаем, смертная казнь в одних странах применяется, в большинстве, подавляющем большинстве не применяется, но где-то применяется что есть уже несколько стран, около десятка, где эвтаназия разрешена. То есть э, э, мировое сообщество развивается с какими-то с с представлениями, с принятием каких-то новых, э, будем говорить так, средств э, или нового подхода к обеспечению права на жизнь. Ну вот, право на медицинскую помощь я уже говорил. Хорошо. Ну, сначала, конечно, традиционно. Начнем с международных документов, где это право на жизнь закреплено. Ну, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека 1948 -го года, она в статье 3 закрепила, каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Вообще очень интересно, что в 1948 -го года, как вы знаете, уже в Пакте или там в Европейской конвенции основных прав и свобод человека, Право на жизнь уже стало существовать самостоятельно, а право на свободу и личную неприкосновенность самостоятельно. То есть это уже отдельные концепции, отдельные права. А в 1948 году они еще были вместе. И жизнь, там, и свобода от незаконного ареста, и от другого друг, незнакомого вмешательства в, в, так сказать, в неприкосновенность личности, они были вместе в статье 3. Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 6. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. В 1966 год пакт принимался в условиях, когда подавляющее большинство государств, ну и наш Советский Союз, в котором э, жили те, кто постарше, он смертную казнь признавал в качестве высшей меры наказания. Поэтому и э, э, пакт был сформулирован таким образом, что он предполагал, Возможность лишения жизни, единственное, что он устанавливал, что, она, что человек не может быть лишен жизни произвольно. То есть смертная казнь предусматривается, но произвольно человека лишать э, жизни нельзя. Ну и дальше было написано, в каких случаях смертная казнь может, быть, может применяться. То есть мы исходим из того, что, э, что в этой статье было общее представление о праве на жизнь и специально выделено наиболее такое серьезное, как считалось, так сказать, нарушение права на жизнь, ну не нарушение, а использование смертной казни как лишение жизни законно. Вот. Но в целом, как я уже сказал, и вам привел это на слайде раньше, на предыдущем слайде, что право на жизнь значительно шире, чем просто применение смертной казни. Есть еще несколько международных договоров, в которых право на жизнь специально указано. И это касается, э, это касается уязвимых групп. Ну вот, в частности, декларация об искоренении насилия в отношении женщин. Декларация ООН 1993 года. В частности, видите, женщины пользуются равными правами, так далее, так далее. Эти права включают, в частности, право на жизнь. То есть по отношению к, или по отношению к такой соци огромной социальной группе, как женщины, в декларации Организация Объединенных Наций специально указала в части искоренения насилия в отношении женщин на право на жизнь. Ну я вам забегая вперед, приведу пример того, каким образом, почему это необходимо, потому что в целом ряде стран, как известно за прелюбодеяние побивают камнями, то есть такая смертная казнь в рамках применения обычного права. Вот. Так вот, для того, чтобы как-то на это реагировать, на такое насилие в отношении женщин в виде произвольного лишения жизни или решения жизни не в рамках законных процедур, а в рамках э, обычных таких традиционных практик социальных э, 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 декларация специально закрепила право на жизнь. Конвенция о прав ребенка, статья 6. Каждый ребенок имеет право неотъемлемое право на жизнь. Ну, с чем это связано? С дискуссиями вокруг абортов, с дискуссиями вокруг новорожденных и обеспечения их права на жизнь с учетом достаточной медицинской помощи. То есть целый ряд моментов, которые потребовал специального закрепления в Конвенции о правах ребенка права на жизнь. Хотя, казалось, в Международном пакте гражданских политических прав, в принципе, право на жизнь закреплено. Еще права уязвимых групп населения, групп лиц, Международная конвенция о защите прав трудящих, всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Девятая статья. Права трудящихся мигрантов и членов их семей на жизнь охраняется законом. Тоже специально выделено. Конвенция о правах инвалидов тоже специально выделена, что государство необходимое необходимые права каждого человека на жизнь, принимая все необходимые меры для обеспечения его эффективного осуществления инвалидами на, на, наравне с другими. Чтобы сама по себе инвалидность не подрывала э -э право на жизнь, и чтобы это право обеспечивалось наравне с другими, с учетом различных иногда неизлечимых каких-то болезней или каких-то болезней, которые связаны с инвалидностью и, соответственно, требуют какого-то особого ухода для того, чтобы это право на жизнь обеспечивать. То есть, как вы видите, помимо общего закрепления права на жизнь в международном пакте, еще ряд международных договоров специально выделяет это право в них для каких-то специальных или отдельных уязвимых групп населения. Ну еще я укажу... Э, стоп назад. И еще я укажу, значит, конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию прав человека. Она достаточно... Ну, как бы я дальше на ней останавливаться не буду, но она важна, если мы смотрим э, решение Европейского суда по правам человека в отношении применения этой конвенции по статье 2 ⁇ Право каждого на жизнь ⁇ она, заметьте, в Международном пакте о гражданских политических правах, там я не привел эту норму о том, что смертная казнь назначается только за особо тяжкие военные преступления, совершенные во время войны. Вот. Там было уточнено, но в этой конвенции, как вы видите, это немножко кашире указано, то есть не может быть мышленно лишен жизни никто, иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание. Почему такая норма и так написана? Потому что посмотрите на дату. Это 50-й год. С того времени прошло 70 лет. Поэтому за 70 лет все ушло значительно дальше, и поэтому все европейские страны, которые ратифицировали, которые находятся в середине действия Европейской конвенции по правам человека, просто вообще отменили смертную казнь. То есть сейчас эта статья 2, там абсолютно нерелевантна, потому что самой смертной казни нет ни в законодательстве, ни на практике. Но в конвенции она еще есть. Это тоже очень интересный момент, что по общему признанию, Международные договоры по правам человека устанавливают минимальные, а не максимальные стандарты. И национальное законодательство может идти дальше. Это не абсолютно не означает, что конвенция там, о защите прав человека и даже международный пакт – это как бы вершина мысли, вершина, которую надо достигать. Нет, это минимальные стандарты по отношению к соблюдению конкретного права. А дальше законодательство какой-то конкретной страны может идти значительно дальше этого конкретного международного договора и представлять большие гарантии по отношению к тому или иному праву. Теперь мы переходим к тому, с чего я начал. Мы переходим очень внимательно, где-то даже попунктно, к замечанию общего порядка номер 36 Комитета ООН по правам человека к статье 6 Пакта о праве на жизнь 2018 года. Еще раз хочу подчеркнуть, что существовала старая, еще 80-х годов, Замечание общего порядка к этой статье. Но в 2018 году комитет по правам человека в силу того, что представления развивались о том, что такое право на жизнь, какие гарантии этого права должны быть закреплены, было принято вот это замечание общего порядка, которому всего два года. Ну, как вы знаете, недавно в июле было принято, об этом я говорил на первой лекции, было принято замечание общепорядка номер 37, это последнее замечание, которое касалось 21 статьи о праве на мирное собрание. А вот предыдущее, заменившее предыдущее замечание общего порядка, вот это вот 36, касается непосредственно права на жизнь. Потому что к 2018 году уже настолько представление, национальное законодательство, содержание права на жизнь изменилось, что комитет посчитал нужным принять новое замечание общего порядка для того, чтобы эти новые представления, это развитие международного права и практики закрепить в доку... толкующем документе к шестой статье Международного пакта гражданских и права». правах. Итак, смотрите, что написано в третьем пункте. Право на жизнь ⁇ это право, не подлежащее узкому толкованию. Речь идет о праве физических лиц не подвергаться действиям или бездействию, которые которые свои, своей, имеют своей целью или ожидаемо могут вызвать их неестественную или преждевременную смерть. Извините, тут так сказать, кусочек выпал. Пункт 1 статьи 6 пакта предусматривает, что никто не может быть произвольно лишен жизни и что это право охраняется законом. Он закладывает основу для обязательства государства участников уважать и обеспечивать право на жизнь осуществлять его посредством законодательных и других мер и предоставляет эффективные средства правовой защиты и возмещения всем жертвам нарушения права на жизнь. Заметьте, что э, крайне важно, что международные обязательства государств в отношении любого права они состоят из трех они такие трехчастные из трех составляющих: уважать, защищать и поощрять. Что означает? Уважать это означает, что государство признает это право уважает это право и стремится его обеспечивать в рамках, так, вот, будем так говорить, своего уважения. Второе, он его, оно его защищает. Имеется в виду, что оно это право старается э, защищать в той степени или таким образом, чтобы не только само государство на это право посягало каким-либо образом, но и от посягательства других лиц, третьих лиц, и поощрять, развивать продвигать. И тогда вопрос стоит, что вы должны не только государство, я имею в виду, конечно, государство, потому что право человека – это отношение человека и государства. Поэтому вы должны не только признавать, что это право у человека есть, но вы должны, как хорошо написано в замечании общего порядка, осуществлять посредством мер, принимать законы, менять практику, создавать институты. То есть вы должны что-то делать позитивное, какие-то шаги предпринимать, для того, чтобы это обеспечить. Дальше, что делает э, комитет в своем замечании общего порядка, помните, я вам говорил э, в начале, что крайне важно э, определиться с понятиями и вообще с содержанием того, о чем говорим, то есть определиться с понятиями, со смыслами. И в этом, э, с этой точки зрения, международное право и различные э, документы мягкого права, они направлены на то, чтобы каждому слову, в том числе написанному в пакте, придавать значение, что под ней понимается. Поэтому если в предыдущем пункте, если в пакте используются слова-сочетания «лишение жизни», то комитет объясняет, что под этим подразумевается. Лишение жизни подразумевает преднамеренное или иным образом предсказуемое и предотвратимое причинение вреда или увечья, несовместимого с жизнью, в результате какого-либо действия или бездействия. Оно выходит за рамки нанесения ущерба или угрозы физической или психической неприкосновенности. Вначале комитет в предыдущем пункте пишет, что право на жизнь не должно рассматриваться узко. И лишение жизни. Смотрите, как широко представляется. И тогда вопрос стоит о том, если мы говорим уважать, защищать и поощрять, вопрос стоит о том, как государство в этом широком смысле понимает лишение жизни. И каждый раз в конкретных правовых ситуациях устанавливает, было ли это лишение жизни совместимым с межгодными обязательствами государства по пакту в отношении соблюдения права на жизнь. Как я вам говорил, уважать, защищать, поощрять. Да? Государство, участники должны уважать право на жизнь. Это влечет за собой обязанность воздерживаться от участия в действиях, проводящих произвольному лишению жизни. Государство, участники должны, я, я буду читать для того, чтобы и, и как бы на, на, на каких-то моментах акцентировать внимание. Обеспечивать право на жизнь и проявлять должную осмотрительность для защиты жизни людей от лишений, вызванных действиями лица или структур, чье поведение не может присваиваться государству. Обязательство государства участников уважать и обеспечить право на жизнь. Распространяется на разумно предсказуемые угрозы и угрожающие жизни ситуации, которые могут привести к гибели людей. Государства участники могут сами стать нарушителями статьи 6, даже если такие угрозы и ситуации не приводят к гибели людей. Ну простые примеры в ряде стран. И будем пока говорить о нашем Казахстане. В ряде стран существование, так сказать, парамилитарных структур, э, структур, которые непосредственно не являются государственными органами или государственными должностными лицами, но в то же время угрожают э, насилием. Посмотрите, сколько таких структур в Африке, в Латинской Америке на определенных этапах развития. И а государство, помимо того, что оно должно уважать и само воздерживаться от создание ситуации, в которой может быть лишение жизни, оно должно и защищать от других лиц. То есть оно еще должно помогать несуществованию таких структур, которые могут поставить под угрозу жизнь людей. Или государство, например, борется с терроризмом. Вот наши коллеги в свое время из Международного центра по господин Амангидбишин Мабаев. Он неплохое такое исследование делал и исследовал тему, связанную, и мы даже это писали в каком-то совместном документе. Это приводили пример, по-моему, даже по универсальному периодическому узору, если я не ошибаюсь, о том, какие гарантии права на жизнь обеспечиваются в ходе контртеррористических операций. Помните, как-то в Алматы были, или когда, когда там целый дом практически зале, и так далее. И, и в этом самом взрыве погибли не только возможные террористы или лица, защищающие террористическую деятельность, но и погибли какие-то женщины, дети. То есть была гибель людей, чье право на жизнь не было обеспечено. И в какой степени вот это вот применение летальной силы государства, обеспечивал право на жизнь тех людей, которые террористической действия не имели и там с какого-то сопротивления не указывали. Были так сказать, такие сопутствующие потери. Вот это очень важный момент для того, чтобы вы себе представить, что все вот это входит в обязательство государства. Это государство обязано обеспечивать, и когда оно применяет силу, и когда применяет силу третьи лица, оно должно обеспечивать право на жизнь и смотреть на, право, на это право на жизнь с под углом зрения его неотъемлемости и обязанности государства его уважать и защищать. Следующее, хотя государства могут принимать меры специально, вот помните, я вам специально, да, там перечислил в, в самом начале некоторые аспекты права на жизнь, включая аборт, автоназию и так далее. Так вот. Комитет по правам человека в этом и вы этого не найдете почти, ну, что-то найдете, чего-то не найдете в предыдущем замечании общего порядка, посвященного статье 6 право на жизнь. Но поскольку все развивалось человечество, то в 2018 году комитет в замечании общего порядка специально выделил какие-то моменты, связанные с правом на жизнь, и с аспектами права на жизнь. Государства могут принимать меры, направленные на регулирование добровольного прерывания беременности. Эти, хотя они могут такие меры принимать, эти меры не должны приводить к нарушению права на жизнь беременной женщины или девочки, или ее других прав, закрепленных в пакте. Таким образом, ограничение возможности женщин или девочек прибегать к аборту не должно, среди прочего, ставить под угрозу их жизнь, причать им физическую или психическую боль и страдания нарушение нарушении статьи 7 пакта и подвергать их дискриминации или произвольному вмешательству в их частную жизнь». Комитет он, по правам человека отражает разные взгляды. Есть взгляды такие же, как у католической церкви на категорический запрет абортов, еще у ряда религий. И вы видели, может быть, кто-то из вас следит за такими серьезными, даже где-то столкновениями по этому поводу в Польше, где Верховный суд принял решение касающееся абортов. И были большие демонстрации, большая, так сказать акции протеста против этого, и это решение не было пока, в этом случае, имплементировано. Тем не менее, поэтому комитет пытается, поскольку он представляет не только страны, которые признают аборты как, так сказать, такое, как средство прерывания, какие-то вообще их не признают, они пытаются лавировать. Поэтому между вот этими двумя крайними позициями вы видите, что в восьмом пункте замечания общего порядка это изложено в таком, ну, относительно компромиссном или сбалансированном варианте. Признавая важнейшее значение личной самостоятельности для человеческого достоинства, государства должны принимать надлежащие меры, не нарушая других своих обязательств по пакту для предотвращения самоубийств, особенно среди лиц, находящихся в особо уязвимом положении, включая лиц, лишенных свободы. Посмотрите, в замечании общего редко появляется вопрос о самоубийстве. А праве на самоубийство, как, скажем так, самос... личная самостоятельность и выбор, и в этом смысле, казалось бы, какое нам дело или государство до этого личного выбора человека, но понятно же, что этот личный выбор не просто выбор, а выбор, сделанный в определенных обстоятельствах, в определенной ситуации. И специально в девятом пункте комитет выделяет, как вы видите, э -э -э лиц находящиеся в особо уязвимом положении, включая лиц лишенных свободы. То есть, и, и, несмотря на то, что непосредственно запретить самоубийство государство не может, это личный выбор человека, но государство может принять позитивные меры для того, чтобы не создавались обстоятельства, в которых самоубийство рассматривалось бы как вот это, как необходимо сделать такой выбор. Это очень важный момент, когда вы, э, когда право на жизнь в контексте принимаемых государством позитивных мер связано не с самим действием, а связано с предупреждением ситуации и обстоятельств, в которых такое действие может быть осуществлено. Очень важный момент, то есть э, и здесь очень много так сказать, ложится на государство, очень много задач перед государством стоит. Это касается и психиатрической помощи, это касается и социальной помощи, это касается помощи психологов. То есть очень много разных компонентов, особенно когда речь идет о социально уязвимых группах, об, в том числе и о неизлечимо больных, потому что как бы, так сказать, во многих странах мира забирают вперед. Та же самая паллиативная помощь, то есть помощь лицам, которые не очень больны, помогают им каким-то образом эти последние дни своей жизни достойно там, дни, месяцы провести, как альтернатива эвтаназии, например. Очень много на сложившейся ситуации, которая могут приводить к вот такому личному выбору и реализации права на самоубийство или просто осуществлению самоубийства. Пункт девятый. Государства-участники, которые разрешают, посмотрите, здесь мы и к автоназии добрались, которые разрешают медицинским работникам оказывать медицинскую помощь или использовать медицинские средства для облегчения и прекращения жизни страдающих взрослых, таких как смертельно больные люди, испытывающие сильную физическую или психическую боль и страдания, и желающие умереть с достоинства, должны обеспечивать наличие надежных правовых институциональных гарантий, позволяющих удостовериться в том, что медицинские работники выполняют свободно принятое, осознанное, четкое и недвусмысленное решение своих пациентов с тем, чтобы защитить больных от давления и злоупотреблений. Несмотря на то, что вот в этом замечании общего порядка право на эвтаназию, давайте так его называть, было включено, тем не менее, пока оно не нашло своего такого широкого распространения, поэтому мы увидим это дальше. Достаточно небольшое количество государств значит, в законодательстве или в каких-то конкретных случаях признало это право и его обеспечивает. Очень много вопросов, очень много аргументов и контраргументов. Мы чуть-чуть их затронем. Применение летальной силы правоохранительными органами. Применение потенциально смертоносной силы правоохранительных целях является крайней мерой, которой следует прибегать только в случае строгой необходимости для защиты жизни от неминуемой угрозы, смерти или серьезного ранения. К примеру, она не может применяться для привлечения побега из-под стражи подозреваемого преступника или осужденного, который не создает серьезной и угрозы для жизни или физической неприкосновенности других лиц. Намеренно лишение жизни любыми средствами, то сказать, в таком случае, если это абсолютно необходимо для защиты жизни от неминуемой угрозы. Ну, наша больная тема, и такая известная событие в Женаузене. И мы были достаточно легко можем посмотреть, насколько применение смертоносной силы, и все, что мы видели тогда на э, любительских съемках и э, в интернете, можно оценить, насколько действия полицейских, стреляющих в спину бегающим людям, которые, конечно, не представляли на тот момент никакой, как мы пишем, неминуемой угрозы жизни полицейских, конечно, это было применение потенциальной смертоносной силы в проходных целях, не было крайней меры. И, к сожалению, если вы помните, забегая вперед, по этому вопросу и Верховный комиссар ООН по правам человека, и Комитет ООН по правам человека специально к этой теме обращался, призывая Казахстан провести независимое международное расследование этих событий, как раз для установления, насколько применение гибель людей в ходе этих событий была связана с вот таким пониманием права на жизнь и с таким применением летальной силы или смертоносного оружия. Предполагается, что государства-участники должны принять все необходимые меры для предотвращения произвольного лишения жизни со стороны сотрудников их правоохранительных органов, включая военнослужащих, которым поручается выполнение задач по поддержанию правопорядка. Эти меры включают принятие соответствующего законодательства по контролю за применением смертоносной силы сотрудниками правоохранительных органов, процедур, направленных на обеспечение надлежащего планирования действий правоохранительных органов в соответствии с необходимостью минимизации рисков для жизни людей. К сожалению, ну давайте до конца дойдем. В частности, все операции сотрудников правоохранительных органов следует проводить с соблюдением соответствующих международных стандартов, включая кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и основные принципы применения силы огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Вот этот второй документ мы чуть-чуть подробнее в конце лекции я приведу несколько положений из него. И сотрудники правоохранительных органов должны проходить надлежащую подготовку, направленную на внедрение этих стандартов, с тем, чтобы при любых обстоятельствах обеспечить соблюдение права на жизнь в самом полном объеме. К сожалению, наше законодательство, я не беру э, различные внутренние документы, инструкции органов внутренних дел, Комитета национальной безопасности и так далее, которые э, регулируют деятельность э, сотрудников проклятых органов в ходе э, приближения теоретических угроз там, или массовых беспорядков, потому что, к сожалению, в самом законе э, на, о тех же органах внутренних дел э, нет четких соответствующих вот этим вот документов, документам, документам э, положений. И поэтому ссылаться можно только на сам факт, и когда люди гибнут, как я уже говорил, как в Жанаузене там, или в ходе каких-то контртеррористических операций, или того же предупреждения о побега из э, э, мест лишения свободы в Мангистауской области и так далее, или событий в э, Октобе, э, очень трудно понять, каким основанным вот на этих международных документах правилам и нормам следуют сотрудники правоохранительных органов, органов национальной безопасности и других органов, которые имеют право применения оружия. Как регулируется это, чем и как это соответствует, не просто даже как регулируется, как это соответствует вот этим всем нормам или тем положениям, замечания общего порядка, к статье 6 Международного пакта гражданских и политических правах. Государственным участникам, касается того же вопроса, следует обеспечивать, чтобы менее смертоносное оружие, несмотря на свою предпочтительность перед более смертоносным оружием, подлежало строгим независимым испытаниям, оценке и мониторингу воздействия права на жизнь, Это такие виды, как устройства, вызывающие электромускульный шок, например, тейзеры резиновые или пенные пули и другие боеприпасы ослабленной энергией поражений, которые предназначены для применения или фактически применяются сотрудниками правоохранительных органов, включая военнослужащих, выполняющих задачи по поддержанию правопорядка. У нас пока это э, масштабно не применяется, больше не знаем это из э, телевизионных каких-то событий в Соединенных Штатах Америки или э, Великобритании, э, когда при, идет применение такого вот, но ну, в основном из США. Вот. Но тем не менее, даже в тех случаях, когда применяется не смертельное оружие, то есть не боевое оружие, а применяются такие облегченные варианты, они тоже иногда могут приводить э, при неудачном применении к лишению права на жизнь. Вопрос тоже состоит в том, что э, они все тоже должны э, подлежать и испытаниям, и правому регулированию, и так далее. Еще один очень важный момент что в тех случаях, когда государство-участник уполномачивает лицензию санкцию, применение силы специально летальными последствиями со стороны частных лиц, частных предприятий или какие-то еще, в различных странах, сейчас я не говорю еще, как я уже говорил о Казахстане, государство-участник обязано обеспечить, что такое применение силы действительно соответствовало положениям статьи 6. И государство-участник по-прежнему несет ответственность за любое их несоблюдение. Среди прочего, государство-участник должно строго ограничить помощь частных субъектов и обеспечить принятие строгих эффективных мер мониторинга и контроля на подготовку, чтобы гарантировать, что представленные полномочия не будут неправомерно использоваться и не придут к произвольному лишению жизни. Поэтому это еще один очень важный момент. Мы говорим не только о праве на жизнь, но и о праве на здоровье и так далее. И так далее. То есть государство подобного рода шаги, меры должно принимать, исходя из статьи 6 пакта и своих международных обязательств. Да, у нас есть конституционная норма тоже о гарантии права на жизнь, но я не очень слышал, чтобы в отношении всех подобных оставляем в покое смертную казнь, пока мы по ней поговорим подробнее, я не слышал, чтобы у нас было что-то, скажем так, какие-то документы в этой части вырабатывались со ссылкой на статью 6 или статью Конституции о праве на жизнь в том его понимании, в том числе в отношении Применение летальной силы правоохранительными органами. Статья 6 служила каким-то отправной точкой. понимания в международном праве права на жизнь было бы как сказать, в фундаменте потом уже базы законодательства и инструктивных материалов, касающихся деятельности правоохранительных органов, которые имеют право на применение такого оружия. Ну и э, самооборона. Для того, чтобы не считаться произвольным по смыслу статьи 6, применение потенциальной смертоносной силы частным лицом, действующим порядке самовороны или другим лицом, пришедшим на его защиту, должно быть строго необходимым с учетом угрозы, исходящей от нападающего. Оно должно быть против нападающего, и отражаемая угроза должна предполагать неминуемую серьезные ранения. Но у нас есть, как вы знаете, да, в нашем законодательстве термины крайне необходимости. Так сказать, и пределы непонимаемой самообороны. Но, как мы уже говорили, для того, чтобы соответствовать статье 6 пакта, в любом случае вот такого вот лишения жизни в результате самообороны, он должен проходить четкий тест на необходимость и без альтернативность, Никакого другого иного выхода у данного человека с точки зрения угрозы его жизни или серьезным ранением не было. Понятно, что все это оценивается всегда в достаточно сложных обстоятельствах, все, все это очень трудно, э, хладнокровно, скажем так, представлять. Я могу вам привести есть пример, Есть, я не помню рада название этого фильма, есть фильм интересный по этому, как раз об этом, когда человека отправили в места лишения свободы, и в ходе, так сказать, когда против него возбудили уголовное дело, используем старую терминологию, то полицейский ему объяснял, что там был убит во дворе частного дома, был убит вор. И вот он указал, что если бы вы, так сказать, в самом доме, возможно, вам было трудно оценить степень угрозы, кто это лицо, которое незаконно вторгся в ваше частное владение, на вашу собственность посягнуло и так далее, и вы не могли оценить степень угрозы и и и вы его застрелили, то мы бы рассматривали это как э, необходимую самооборону. Но поскольку в тот момент, когда вы в него стреляли, он убегал во дворе, пытаясь покинуть ваш двор, и вы ему стреляли в спину, то это превышение пределов э, необходимой самообороны. Очень интересный фильм, я может посмотреть его где-то по поискать, так сказать по фабуле где-то в где на просторах интернета. И там очень интересно вот это разделение. Таким образом, полицейский объяснял этому частному владельцу, почему применение им оружия было превышением необходимой самообороны. Немножко остановимся на нескольких таких оп, стоп назад. Остановимся на нескольких элементах защиты жизни и право на безопасность. Поскольку это так называемые позитивные обязательства государства по отношению обеспечения права на жизнь и права на безопасность, потому что небезопасность может привести к произвольному лишению жизни или просто так сказать, посягательству на жизнь. Вот я вам здесь привел два права на безопасность, состоящие из двух составляющих. Первое – это право не быть убитым, посредством соответствующей организации полиции, иных служб, борющихся с преступностью, обеспечения охраны окружающей среды, чтобы она была безопасной для жизни, запрета нарушения жизни третьими лицами, обязанности государственных властей, если человек будет лишен жизни, быстрое и эффективное производство для обнаружения и наказания ответственного за лишение. То есть вы видите, что здесь, ещё, что здесь государство принимает, ну, по-нашему, профилактические меры. То есть преступность, Разгул преступности, соответственно, повышает риск нарушения права на жизнь. С этим полиция должна быть государством организована, и другие службы борющие с преступностью должны быть организованы таким образом, чтобы понижать эти риски, уменьшать так сказать, опасность нарушения права на жизнь. В отношении третьих лиц та же самая ситуация. Быстрые расследования и компенсация, но это не только для того, чтобы компенсировать расследование, это и для того, чтобы предупредить будущее. То есть это право не быть убитым, если уж так можно его, как я его можно говорить, резюмировал, и право на медицинскую опеку или на медицинскую помощь. То есть с обеспечить каждому равный и справедливый доступ к службе здоровья, чтобы был наивысший стандарт услуг, запрет препятствия к пользу таким услугам со стороны третьих лиц. И в случае неправильного лечения государство обязано провести быстрое, эффективное и тщательное расследование и наказание, наказать виновных. Я не буду на этом останавливаться более подробно, немножко только скажу, что были целый ряд дискуссий, я в них немножко участвовал в отношении права на врачебную ошибку. Вот. И опять же, исходя из международной своей точки зрения, выскажу, но она не то, что моя, она основана на международной практике и стандартах. Конечно, врач имеет право на ошибку просто потому, что э, наука не, до, не дошла таких, до таких высот, когда все можно, э, на все можно найти ответ. Но есть два принципиальных момента. Я, конечно, убираю это умышленные действия, я имею в виду ошибку. Первое. Э, ошибка может быть связана с недостаточным развитием медицинской э, Методами диагностирования и так далее, и так далее. И это понятно, это устанавливается, человек сделал то, что мог, но он больше его сделать не, э, не может. Другая проблема с тем, когда ошибка это результат некомпетентности, халатности или небрежности. И тогда однозначно врач несет ответственность за эту ошибку, и не только он, а те, кто его э, назначил или те, кто его принял на работу с недостаточным уровнем компетентности э, и недостаточным уровнем дисциплинированности и так далее. Поэтому здесь нужно это разделять. Есть объективные врачебные ошибки, и, конечно, они могут иметь место связанные с халатностью, небрежностью или некомпетентностью, которая предполагается э, на этом уровне оказания врачебной помощи, которая отличает там медсестру, от врача, врача одной категории от другой категории. То есть на каждом уровне или, там того, кто может делать операции, того, кто не может делать операции. Поэтому здесь очень важно, что на каждом этом уровне врач обладает надлежащей компетенцией и надлежащим образом выполняет свои обязанности, которые зачастую связаны в том числе с обеспечением права на жизнь. И в этом смысле, если это связано, как я уже сказал, с врачебной ошибкой из-за того, что такова наука, и вот это он не может, или это связано с некомпетентностью, небрежностью или халатностью. На этом мы эту часть, так сказать, по медицинской опеке закончим и пойдем дальше по защите жизни и права на безопасность по тому же самому замечанию общего порядка. Во втором по предложении пункта 1 статьи 6 пакта предусматривает, что право на жизнь охраняется законом. Это означает, что государства участник должны создать правовую основу для обеспечения полного осуществления права на жизнь всем милициями, что может быть необходимо для реализации права на жизнь. Без дистанции, то есть есть правовая, четкая, хорошо прописанная, понятная и эффективная правовая основа для защиты права на жизнь. Обязанность по защите права на жизнь также включает обязательство государств принимать любые соответствующие законы для защиты жизни от всех разумно предсказуемых угроз, включая угрозы, исходящие от частных лиц или структур. Ну, я буду что далеко ходить, будем такой пример приводить. Ну, ну например, мы имеем дело с аттракционами в парке культуры и отдыха, где частные лица владеют различного рода качелями, колесами обозрения там, и так далее. И очевидно, что государство, в суть не частный лица, а государство путем установления определенных правил, определенных проверок, определенных контрольных механизмов гарантирует, что я с этого самого не, не слечу, или там канатная дорога не оборвется, или американские горки не, не поломаются. То есть Государство должно принимать и законы, и меры разного характера для того, чтобы эти предсказуемые угрозы были устранены за счет норм, правил, инструкций и так далее. Обеспечение права на жизнь и в этой части. Идем дальше. Государственные участники должны принять защитно-нормативно-правовую основу, которая включает эффективные уголовно-правовые запреты всех проявлений насилия или подстрекательства к насилию, которые способны приводить к лишению жизни такие как умышленные убийства, убийства по небрежности, неоправданное несоразмерное применение огнестрельного оружия, инфантицид, где убийство, убийство в защиту чести, знаете, такие убийства есть, линчевание, насильственные преступления по мотивам ненависти, преступления на почве кровной мести, ритуальные убийства, угрозы смерти и террористические нападения. То есть тоже профилактические меры. Тоже во всех случаях я на некоторых лекциях, не тех, которые я читаю а в рамках этого курса, но на некоторых лекциях, которые затрагивают свободу выражения, говорю простую вещь, что свобода выражения в уголовно-правовом смысле, вы видите здесь фиктивные уголовно-правовые запреты, в уголовно-правовом смысле свобода выражения не может быть ограничена никак. Клевета, там, оскорбления, это все должно существовать даже не в административном законодательстве, а в гражданском правом, и человеку должны возмещать значит, причиненный ему моральный вред как в материальном выражении в виде каких-то средств, так и в восстановлении права путем опровержения недостоверной клеветнической и оскорбительной информации. А, вот в тех, а когда наступают уголовно-правовые санкции? Очень просто. Когда в, в реализации свободы выражения усматриваются призывы к насилию, или угроза такого, реальная угроза такого насилия. Вот когда это есть, это уголовно правая реакция. Должна быть обязательно, потому что она может привести к решению жизни или к иному причинению серьезного вреда человеку. Почему, как я все время говорю, и на, этих, и на разных лекциях здесь тоже, почему крайне важно, опять же, каждое слово. Почему я говорю не просто «угроза насилия, а говорю реальные угрозы насилия? Потому что слово реальное имеет серьезное обоснование. Тоже на лекции привожу, когда бабушка, пенсионерка, у которой очень маленькая пенсия, находится. Нет, там где убивать бы всех. В сердцах говорит бабушка. В отличие от человека, который призывает кого-то громить, стоя на разгоряченном митинге, где такая угроза насилия реальна. То есть реальность оценка реальности угрозы насилия а не просто формальный подход к тому, что человек сказал. Нужно всегда представлять себе, в какой конкретной ситуации и обстоятельствах то или иное, то или иное было сказано. Я на лекциях тоже привожу достаточно Такий пример, что. Если бороться с умышленными убийствами на основании высказанных слов, то в пивных можно арестовать ну, там, значительную часть мужского так сказать, контингента, который под пиво выражает определенные негативные отношения иногда к супруге законной, иногда к теще, и они иногда сопряжены с угрозой, мягко говоря, насилия. Но дело в том, опять же, что эта угроза в подавляющем большинстве случаев нереально. То есть эта реальность угрозы не приходит, протрезвеет или допьет пиво и так далее. Надо, конечно, следить за то чтобы и бороться с бытовым насилием, но само по себе такое высказывание в этих обстоятельствах не является признаком реальности угрозы насилия из-за проявления свода и слова. Поэтому крайне важно, чтобы у государства был достаточно хороший уголовно-правовой инструментарий для того, чтобы эти подстрекательства, эти проявления, эти так сказать, призывы очень четко скажем так, предотвращались, и на них была адекватная реакция. Ну, вспомните из таких печально известных, вспомните э, начало этого года и события на Кордае и то, что распространялось в социальных сетях. То есть это были классические призывы к насилию, которые, к сожалению, повлекли с собой и э, гибель людей. Поэтому у государства есть позитивные обязательства на, на, все это адекватно реагировать и уголовно правыми санкциями, и эффективной деятельностью правоохранительных органов. Следующий э пункт. Защищать продажи требует также от участника принятия специальных мер по защите лиц, находящихся в уязвимом положении, жизнь которых подвергается особому риску в результате конкретных рост и систематических проявлений насилия, в том числе унаследованных из прошлого. Опять же, я вам все время говорю о том, что э замечание общего порядка и то, как комитет истолковывает право на жизнь, закрепленное в шестой статье, в данном случае мы о нем говорим, оно не стоит на месте, оно развивается. Появляются новые угрозы, появляются новые представления. И что делает комитет? Комитет отражает их в этом замечании общего порядка. И в данном случае посмотрите, к таким лицам кто относится. Правозащитники. Должны лица, ведущие борьбу с коррупцией, организованной преступностью. Гуманитарные работники, журналисты, видные общественные деятели, свидетели преступлений, жертвы бытового гендерного насилия и торговли людьми. То есть государство, когда имеет дело с такими уязвимыми группами, уязвимыми в том смысле, что они более подвержены угрозам и насилию по разным мотивам. По мотивам того, что они занимаются борьбой с коррупцией, соответственно, профилированные круги, или они борются с преступностью, особенно организованной много мы фильмов таких видели, такие там древние катания или современные там борцы с коррупцией, борьбы, борцы с, особенно с верховой коррупцией, они все находятся в уязвимом положении. Свидетели каких-то преступлений, поэтому у нас существует свидетель, так сказать, обеспечение безопасности свидетелей. То есть, когда человек угрожает, существует угроза жизни и здоровью, связанную с какими-то его профессиональной деятельностью или принадлежность к какой-то группе, на государстве лежит обязанность предпринимать нарушениями. Также имеют право на конкретные меры защиты, позволяющие обеспечить для них эффективное пользование правом на жизнь наравне с другими. Они должны включать предоставление разумных приспособлений. Ну, кто знает Конвенцию прав инвалидов, или кто немножко занимается, знает, что это такое. То есть это те приспособления, которые позволяют выровнять возможности лиц с ограниченными возможностями, извините тавтологию, и предоставить им доступ к услугам и к помощи наравне с другим. Ну, простой пример. Есть господин Жаслан Сулейменов, Астане, который, который очень активно борется за права инвалидов, будучи сам инвалидом, лицом с нарушением опорно-двигательного аппарата на коляске. И у него замечательно, есть несколько таких очень хороших видеороликов, как он пытается проникнуть в какое-то государственное здание, где по пандусу не то что на коляске, пешком не зайдешь, то есть там просто убьешься на нем. То есть классический пример, когда не были обеспечены разумные приспособления для человека для доступа к государственным услугам или в здании государственных органов, которые государство должно обеспечить, в том числе для обеспечения права на жизнь, как написано в этой в пункте 24 замечания общего порядка, к основным объектам и услугам и конкретные меры направлены на предотвращение невоснованного применения силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении инвалидов. То есть здесь есть, ну, не будем говорить о Казахстане, те, кто наблюдает за другими странами мира. Напомню, убийство в Соединенных Штатах Америки человека с психическими отклонениями, который там голый где-то на улице был, его застрелили, и большой шум по этому поводу, потому что было понятно, даже с ножом, но дело не в том, с чем он был. То есть полиция не стала оценивать обстоятельства, не стала оценивать личность этого человека, который однозначно был инвалидом, а просто приняла оружие, исходя из, так сказать, своих правил или протоколов. Связанных с пресечением каких-то так, так, такого рода действий, где они усмотрели в этом ноже э, э, угрозу. Хотя этой, эта угроза не была конкретно реальной, потому что они не, были находились, не находились в э, закрытом помещении узком, где действительно это непосредственно стояла. они находились за машиной, а он находился посредине улицы. Вот эти, э, как бы так сказать, примеры э, говорят о том, что в данном случае социальная, такая социальная группа, как инвалиды, она должна быть. Э, тоже защищена, ее право на жизнь тоже должно быть защищено при помощи разных средств. То есть по каждому поводу, вот еще раз хочу подчеркнуть, уважать, защищать, поощрять. По каждому вопросу, по каждому обстоятельству государство должно принимать позитивные меры, позволяющие разрешать или обеспечивать это право на жизнь различными средствами. В том числе, когда мы путем разумных приспособлений разного Способа. Ну, классический пример разумных приспособлений э, – светофоры да, с э, звуковым сигналом для лиц с э, нарушением зрения. Или э, какие-то средства, которые позволяют коммуницировать с глухонемыми людьми. То есть очень много разных вещей, которые по отношению к социальным, э, социально уязвимым группам должны применяться для того, чтобы обеспечивать их права в целом и право на жизнь в частности. Идем дальше. Государства участники несут повышенные обязательства заботиться о принятии любых необходимых мер для защиты жизни лиц, лишенных свободы государства. Поскольку подвергая лица аресту задержания, заключению или иным образом лишая их свободы, государства участники берут на себя ответственность за заботу об их жизни и физической неприкосновенности. При этом для уменьшения такой ответственности они не могут ссылаться на отсутствие финансовых ресурсов или другие материально-технические проблемы. 25 пункт. Замечание общего порядка 2018 года. Ну, извините за такое немного фривольное слово. Свежее замечающая порядка. Смотрите, выделена еще одна социально уязвимая группа. Потому что условия содержания, питания, предоставления медицинской помощи в местах лишения свободы, если оно недостаточно, и здесь нельзя ссылаться, есть финансовые ресурсы или нет. Вы, э -э человек совершил преступление, вы его лишили свободы. Как говорит Международное право в данном случае на право от свободы от пыток и других видов жестокого обращения. Единственное, чем человек наказан, лишением свободы. Он приходит в тюрьму, как говорит Международная амнистия, наказанным, а не за наказанием. Дальше вся ответственность за его, так сказать, будущее здоровье и жизнь лежит на властях. Потому что, будучи свободным, он в значительной степени сам отвечает за это. В местах сам идет к врачу, когда у него что-то болит и так далее. Там он этого сделать не может, потому что он находится в изоляции. И именно поэтому... Если вы посмотрите последний, небольшое отличение, последний, последнюю редакцию европейских пенитенциарных правил, то есть правил содержания лиц в местах лишения свободы, принятых в Европейском Союзе, вы увидите, что эти правила... То есть человек помещается в места лишения свободы для его исправления. Сейчас... По новой, новая концепция в этих европейских потенциальных правилах не говорит об исправлении. Совершенно разумно и рационально говорит. Я тоже не очень верю, что вообще в нашей тюрьме можно вообще кого-то исправить. Да, вообще в тюрьме ну, а верят, что кого-то можно исправить. Что можно сделать и что написано в этих европейских потенциальных правилах, это концепция сохранения или ресоциализации. То есть, главная задача пенсарной системы, чтобы из мест лишения свободы вышел человек, во-первых не больной и не разрушенный, и не озлобленный, и не представляющий еще большую угрозу безопасности, а человек, которого в меру возможности, потому что все тоже по-разному, очень индивидуально, подводит к тому, чтобы он вписался в будущую жизнь после отбытия в соответствии срока наказания за совершенное преступление, вписался в жизнь, более-менее сохранив здоровье психу, но при этом ресоциализируясь для того, чтобы все-таки представлять себе, как надо жить по правилам и не представлять угрозы за безопасность окружающих. Вот поэтому 25-й пункт замечания общего порядка специально на этом сконцентрировался. На уязвимой группе лица, лишенные свободы. Обязанность по защите всех задержанных лиц, включая себя оказание необходимой помощи, соответствующий регулярный контроль за их здоровьем, защиту от насилия со стороны других заключенных, предотвращение самоубийств и предоставление разумных приспособлений инвалидам. Кстати, с точки зрения, это тоже достаточно хорошо рассказывал господин Сулеймен, что в течение достаточно длительного времени никаких разумных приспособлений для инвалидов в местах лишения свободы не было. Вот я могу подтвердить из своего учебного, но достаточно такого серьезного опыта, что ничего подобного даже в колонии поселения не было, не говоря уже о колониях. Очень мало, в чем инвалидам, особенно с нарушением опорно-двигательного аппарата в местах движения свободы есть. Повышенные обязательства по защите права на жизнь распространяются также на лиц, помещенных в ограничивающие свободы государственные учреждения, такие как психиатрические лечебницы, военные лагеря, лагеря для беженцев или лагеря для внутренне перемещенных лиц, учреждения для несовершеннолетних и сиротские дома. Ну, сейчас наш национальный примитивный механизм посещает эти учреждения, но очень рекомендую это замечание общего порядка тоже использовать для того, чтобы право на жизнь и вот эти вот необходимые гарантии в наших закрытых учреждениях или учреждениях с, относительно, с относительным ограничением свободы соблюдались. Еще один момент. Обязанность по защите жизни также подразумевает, что государственным участникам следует принимать соответствующие меры для улучшения общих условий в обществе, которые могут создавать прямые угрозы жизни и препятствовать лицам в пользовании их правом на жизнь и достоинство эти общие условия могут включать высокие уровни преступности вооруженного насилия, частые и частные случаи на транспорте и на производстве, деградацию окружающей среды, лишение коренных народов прав на землю, распространенность опасных для жизни заболеваний, такие как СПИД, туберкулез и малярия, широкое злоупотребление психоактивными веществами, массовый голод и недоедание, а также крайнюю нищету и бездомность. Понятно, что особенно зимой бездомные или бомжи, как мы их называем, значительно чаще подвергаются угрозе нарушений права на жизнь. Кто-то умирает от холода, кто-то там от голода, кто-то от недостатка медицинской помощи и так далее. Еще раз, с чего я начинал, право на жизнь значительно шире да, всего, так сказать, просто представления узкого. И оно касается всего и голода, и холода, и медицинской помощи, и окружающей среды и так далее. То есть есть еще целый ряд позитивных обязательств государства обеспечивать среду, обстоятельства учитывать и так далее, для того, чтобы э, право на жизнь было реально защищено и гарантировано в соответствии с международными стандартами. К числу мер, которые требуется принять в целях создания надлежащих условий, э, это меры, э, обеспечивающие бесплатный доступ людей к основным товарам и услугам, таким как продовольствие, водоснабжение, жилье, медицинское обслуживание, электроснабжение и санитарные услуги. Другие меры направлены на поощрение обеспечения надлежащих общих условий укрепление слуг оказания эффективной и неотложной медицинской помощи, проведение операций, ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществление программ социального жилья. Видите, в замечании общего порядка, касающей статьи 6, перечисляется еще один огромный. То есть практически право на жизнь начинает охватывать огромное количество сфер нашей жизни, особенно в отношении социально уязвимых групп поэтому бездомность, социальное жилье, чрезвычайные ситуации. То есть государство должно выделять достаточные ресурсы на то, чтобы эти все проблемы решать общие и обеспечивать право на жизнь в широком смысле слова. Поэтому начинается это замечание общего порядка, что право на жизнь нельзя толковать узко. И последний пара слайдов. Я подробно это замечание общего порядка, так сказать, привел, потому что он край... это крайне важно представлять себе, так сказать, как это право на жизнь сейчас истолковывается. Это наиболее полный сейчас документ, точно так же, как замечание общепорядка номер 37, право на мирное собрание, это документ, который э, наиболее полно представляет содержание права на жизнь и позитивные обязательства и меры, которые государство должно обеспечить в разных направлениях для того, чтобы это право на жизнь обеспечивать. Расследование утверждений о нарушениях статьи 6 должно быть всегда независимыми, беспристрастными, оперативными, тщательными, эффективными, заслуживающими доверия и транспарентными. В случае установления факта нарушения необходимо представлять полное возмещение, включая адекватные меры по компенсации. Но это все касается компенсационных вещей. Следующий слайд. Топ, назад, Факт смерти, наступившего во время содержания под стражей, еще раз один пункт, который связан с деятельностью наших национальных претензий механизмов и всех, кто борется с пытками. Факт смерти, наступившего во время содержания под стражей при неестественных обстоятельствах порождает презумпцию произвольного лишения жизни государственными властями, которая может быть опровергнута только на основе надлежащего расследования, в, котором, ходе которого установится соблюдение государства с по статье 6. То есть человек, который находится под стражей, и вот его смерть, вызывающая подозрение, презумирует Предполагает вину государства. И государство должно доказывать всеми возможными силами, что это все было естественно, и оно было связано с тем-то. То есть, если такого рода независимые, особенно независимые, объективные беспристрастные исследования не были приведены, то, соответственно, можно быть уверенным, что если... Э -э родственники или близкие этого, или там правозащитники от имени этого человека, погибшего в местах лишения свободы или по содержанию под стражей, обратятся в комитет ООН по правам человека, то на основании вот этого замечания общего порядка можете не сомневаться, что будет установлено нарушение права на жизнь. Если не было, потому что презюмируется вина государства. То есть так же, как презюмируется вина государства в отношении пыток. Если человек утверждает, что его пытали, то предполагать, что он питали, что его пытали, пока государство не доказало обратное, а не наоборот. Не человек должен доказывать, что его пытали, а государство должно доказывать, что его не пытали. Когда спрашивают, каким образом, пожалуйста, видеокамеры, пожалуйста, любые допросы в присутствии адвоката, пожалуйста, любые осмотры, в том числе независимыми врачами, при поступлении в место содержания по стражам, при заявлении человека, что его необходимо осмотреть. Каждый раз государство обязано предпринимать шаги, потому что оно подозревается в том, что оно либо пытало, либо человек был произвольно лишен жизни. Это обязанность государства по отношению к лицам лишенным свободы. Это международные стандарты и международные подходы к оценке этого. На государство-участник также возлагается особая обязанность расследовать утверждения о нарушениях в случаях применения и предположительно применения сотрудниками огнестрельного оружия или иной потенциальной светлоносной силы вне непосредственного контекста вооруженного конфликта, например, когда по демонстрантам ведется огонь боевыми патронами. Возвращаясь к ситуации в Женуузене, классический пример. К сожалению, еще раз могу сказать, так сказать, такого достаточного, с моей точки зрения, расследования этих событий проведено не было. Вот. и я думаю, что оно все равно когда-то должно быть проведено, потому что исходя из той информации, которую имеем и тех видео, которые есть это применение силы было явно неадекватно и несоразмерно и не соответствовало международным стандартам. Обязанность уважать и обеспечить право на жизнь требует воздерживаться от высылки, выдачи или передачи иным образом в лиц в страны, где есть, э, имеет серьезные основания полагать, что там и угрожает реальная опасность нарушения права на жизнь. Например, статья, статья 6 будет противоречить выдаче лица из страны, отменившей смертную казнь, в страну, где ему или ей может угрожать смертная казнь. То есть тот же самый принцип non-refoulement. Не высылать в страны, где независимо от того, какие обвинения этому лицу предъявляют, выдавать в такие страны нельзя. Максимум, что можно делать, это обеспечивать правосудие внутри данной страны, но там, где применяется смертная казнь, поэтому выдавать, например, в Китае невозможно по определению. Потому что в Китае, как известно, смертная казнь применяется. Вот. Принцип non-refoulement касается лиц, ищущих убежище и беженцев. Следующий слайд, последний из этого замечания, и дальше мы перейдем уже к отдельным э видам или элементам права на жизнь, это деградация окружающей среды. Не буду останавливаться на этом подробно. Это то, что мы называем охрана окружающей среды и условия жизни. Это наши, э скажем так, э э смоги, это загрязнения, это восточный казахстан, узкий и так далее. Обязательства государства, участников международного права на окружающей среды Уважать, обеспечивать право на жизнь в соответствии соответствующих обязательств международного права окружающей среды. Что делает государство для сохранения окружающей среды? Защита от ущерба, загрязнения, изменения климата в результате деятельности государственных частных объектов. То есть право на жизнь в свете охраны окружающей среды является одним из ключевых для права на жизнь. Все. Основу положил. Теперь быстро идем по нескольким ключевым элементом права на жизнь смертная казнь разрешенная законом лишение человека жизни в качестве наказания так применение смертной казни в мире по состоянию на 2019 год может посмотреть зеленый цвет отменена за все преступления, Салатный цвет, как видите, в подавляющем большинстве государств она отменена. Салатный цвет отменена за преступления, несовершаемые в исключительных обстоятельствах, такие как преступления совершенные во время войны. Можете видеть салатным цветом нашу страну вот, и значительную часть Южной Америки. Бежевый цвет отменена на практике, то есть действует мораторий. В смысле, не казнят. У нас тоже действует мораторий, но, но, здесь отталкивание идет от законодательства. И красный цвет – это законный вид наказания. Как вы видите, тут у нас в законном виде заказания Соединенных Штатов Америки, но там ну, мы посмотрим, это не во всех штатах Соединенных Штатов Америки, это не полностью Соединенные Штаты Америки, это отдельные штаты, где она большинство штатов, но тем не менее есть штаты, где смертная казнь не применяется. Здесь вы можете увидеть Казни зафиксированы в 2019 году. Там, где вы видите плюсик, это означает, что больше двух. Точно неизвестно. Вы увидите, что эти вообще это, это данные Amnesty International за 2019 год. Можете посмотреть, в каких странах, в Саудовской Аравии, 184, но видите, у Китая плюсик. Там тысячи казней, но в Китае данные о смертной казни являются государственной тайной. Поэтому сколько казнить узнать невозможно. Но речь идет о тысячах. По разным оценкам в различные годы было две тысячи и больше казней. Точно сказать нельзя, потому что это государственная тайна. Теперь каким образом казнят? Извините за такие подробности, но все-таки я думаю, их необходимо. Итак, судо с Карави это обезглавливание, отрубание головы. Соединенные Штаты Америки это электрический стул и смертельная инъекция в разных штатах, где она до сих пор применяется. Повешение, видите, сколько стран в основном вешают. Смертельная инъекция еще в Вьетнаме и в Китае. И расстрел. В Китае тоже есть, можете посмотреть, где еще расстрел. И, как я уже говорил раньше, есть такая внесудебная казнь, как часть обычного права. Особенно это страны, где действует шариатское право значит, там повивание камнями в целом в ряде мусульманских государств до сих пор существует более десятка государств, где, в том числе Саудовская Удмуртия, где применяется повивание камнями, но в основном это речь идет о деянии, где таким образом казнят женщин. Вот интересный социологический опрос на российский. Вот посмотрите справа. – это социологический опрос в целом по России. Слева – это лицеисты, то есть это те, те, кто учится в лицеях. Посмотрите, какая разница. В целом поддерживают смертную казнь 68%. Лишь 22 против и 10 не определились. А лицеисты 48 против, 34 поддерживают, 18 не определились. При этом в России, как вы знаете, смертная казнь не там мораторий, то есть она не применяется на практике многие годы. Вот это очень интересный такой феномен, так сказать, человеческого восприятия. Прям за э, редким исключением, когда какие-то серьезные такие, э, убийства страшные происходят, э, эта дискуссия вновь оживляется, но когда их не происходит, как э, э, у нас, не особо э, у нас поднимается, когда особенно речь идет о педофилии, это очень эмоциональная тема. Вот, но в целом в целом, особых дискуссий не ведется. Ну, не применяют и не применяют. И у нас в последние годы два или три всего было к смертной казни За, с 2004 года, когда она была, когда был введен мораторий, а, Так. Не хочет. Ага, пошел. Значит, давайте э, очень кратко. Я не буду вдаваться в э, детали. Я могу только сказать, что в конце 90-х годов Казахстан был на одном из входил в первую пятерку на третьем э, месте в мире, был по э, третьем-четвертом месте по абсолютному числу. Не на 100 тысяч селений, а по абсолютному числу. То есть мы достаточно серьезно применяли смертную казнь. Там было около сотни человек в год. Э, был, был один из годов, когда почти по 90 человек было казнено. У нас ввели мораторий, слава богу, ни преступность не увеличилась, ни, ни, ни что-то тяжкие преступления. А потом, когда в законодательстве есть очень много мифов каких-то, дискуссии, когда в соцсетях происходят, начинают говорить о педофилии, о жестоких убийствах и так далее. И... Это люди, ну, когда это все дело обсуждают, они, видимо, перестали читать Уголовный кодекс или вообще знакомиться. У нас уже давным-давно, с 2014 года, нет никаких... Э, у нас убийства, за убийство нет смертной казни. не за перевелию, ни за что. У нас смертной казни нет. У нас сейчас осталось в законодательстве только смертная казнь за... То есть за обычное убийство смертной казни давным-давно нет. У нас что есть? У нас есть смертная казнь сейчас за террористические преступления, которые, что не соответствует международным нормам. И есть смертная казнь за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Вот, хотя с точки зрения Международного пакта о гражданских политических правах речь идет о состоянии войны. То есть государство должно объявить войну. То есть так называемая оговорка по второму факультетному протоколу, который мы сейчас подписали, она связана только с тем, что нужно объявить войну, так сказать, чтобы вы находитесь в состоянии войны, и тогда начинает действовать законодательство во время вооруженного конфликта или во время войны именно, и тогда смертная казнь применяется за военные преступления, совершенные во время войны. Какие аргументы существуют у правозащитников против смертной казни? Все время, почему-то, одно время даже международную амнистию, которая одна из таких старых международных правозащитных организаций, очень направленная, то есть прямо, сказать, выступающий против смертной казни, вот ее да, чуть ли не обвиняли в том, что она существует на деньги приговоренных там, не знаю, убийц, и поэтому за них э, впрягается, если можно использовать такой термин. Ничего подобного. Правозащитники в данном случае не выступают в роли гуманистов, там, которые защищают убийц. Дело не в убийцах и дело не, не в этом. Дело в том, что смертная казнь, во-первых, карательная мера. То есть она не может привести к воспитанию или к социальному к реабилитации этого человека. Не смысл возвращения в общество, многие из них пожизненно оказываются лишенными свободы, а просто какую-то цель достигать, в том числе и для всего общества, что человек, пусть он и закрытый, но как-то он в человека превращается. Но и даже это не главное. Главное то, что она не оказывает устрашающее воздействие. Большинство преступлений, в том числе убийств, совершается в состоянии, когда человек не думает о последствиях своих действий, алкогольного или наркотического опьянения, либо когда он уверен, что ему удастся избежать наказания, по крайней мере, на это надеется. То есть, например, когда, так сказать, наемный убийца, да, ну, от того, что есть законодательство смертной казни, нет законодательства смертной казни, ничего не меняется. То есть с точки зрения превенции, с точки зрения профилактики, это устрашающего воздействия не имеет никакого. Потому что в одном случае это ситуационно, в другом случае это, скажем так, человек не думает, что он, не думает, что он вообще не собирается там ни по жизни, ни сколько, я уж не говоря про смертную казнь. Она не несет профилактического воздействия. Это не теоретические рассуждения. Это не то, что я сейчас там пытаюсь подвести какую-то идеологическую базу под свое неприятие смертной казни. То есть это, это, не абстракция, это конкретика. Исследования практически во всем мире показали, что нет никаких корреляционных связей между смертной казнью как способом воздействия и устрашения и действительным снижением преступности или снижением тяжести. Это не имеет никакой роли. Поэтому отмена смертной казни во всех странах, где она была отменена в законодательстве или на практике, не привела практически... С, с ней не было связано, с ее существованием или несуществованием в уголовном кодексе, не было связано никакого повышение преступности или, или так сказать, снижение безопасности. Статистические данные показывают, что жестокость наказания и уровень преступности практически не связаны. Действуют совершенно другие э, меры и способы. Есть страны, ну, например, приведу вам такую страну, как Коста-Рика, в которой смертной казни нет лет 200, что ли. Они, они что-то отменили, по-моему, в конце еще 19 века, если раньше. Еще несколько аргументов, которые значительно более сильны и серьезны. Это имеет необратимый характер. Всегда существует вероятность судебной ошибки. Знаменитое дело, кто постарше и помнит это знаменитое дело такого серийного убийцы господина Чикатила, вот то, до того, как поймали господина Чикатила, был казнен господин Кравченко, который к преступлением господина Чикатила отношения не имел. То есть был в этом отношении невиновный к убийствам, которые совершал господин чик и это единственный вид наказания, который необратим. То есть мы должны тогда на себя взять ответственность за то, что целый ряд людей, которые по ошибке были приведены к смертной казни, приговор был приведен в исполнение, это такой, так сказать, побочный эффект. Да? Лес рубят, щепки летят, часть оказалась. В международном месте есть очень хорошие данные из Соединенных Штатов Америки за 85 лет, что там было 350 человек невиновных приговорено. Это потом выяснилось. Это при американской системе, американских судах, судах присягных, сильной защите, адвокатуре, сильной и так далее. и, то, и 26 было казнено. В настоящее время в США смертная казнь применяется в 31 штате, в 19 не применяется. Соединенные Штаты и количество штатов, в которых не применяется смертная казнь, потихоньку растет. Наиболее жесткое, так сказать, и самое большое количество исполненных смертных приговоров, Ну, опять же Соединенные Штаты достаточно такая традиционалистская в чем-то страна, она такая очень где-то консервативная, особенно южные штаты или часть южных штатов, в частности Техас там наибольшее количество смертных приговоров приводится в исполнение по сравнению с этими штатами. Но, тем не менее, все движется к тому, что еще несколько лет, десятков лет, и потихонечку Соединенные Штаты штат за штатом переходят к отмене смертной смер казни. Еще один очень важный момент – это принцип э, того, что государство не может отбирать э, в жизни государства. Аргумент, на который есть эмоциональный ответ, он же забрал этот человек жизни у другого. Да, конечно. То есть, но вся проблема в том, что <laughs> тут, как бы э, вот ответ на этот вопрос, он состоит из трех под, подответов. под ответов. Под ответ первый, что эмоционально любой человек может имеет право на эмоциональную реакцию. Поэтому эмоциональная реакция сам бы убил и закопал живьем и так далее. Она, естественно, особенно для человека, потом не дай бог, так сказать, пережить убийство своих близких, родных детей, кошмар. То есть, и когда первые были дискуссии по этому поводу э, на телеканалах, в частности, мы с э, госпожей Романовицкого, ну, как на смертной казни мы участвовали в нескольких программах, и я помню, как эмоционально в студии люди, которые звонили по телефону у нас, там, там, ну как бы, так сказать, пытались эмоционально нас надавить, говоря о том, что было бы, если бы это были ваши родные и так далее. То есть было много очень эмоциональных выступлений, которые мне абсолютно понятны. И эмоционально я их разделяю совершенно. Но, вся... Но следующий шаг, то есть под ответ на этот ответ, я сказал, что их три. Следующий шаг под ответ, что мы в течение развития человеческой цивилизации, создания государства, мы передали государствам право от нашего имени судить. То есть мы сейчас око за око, зуб, зуб зуб не работаем, мы сами там кровную месть не реализуем, а мы, а мы все-таки передали, э, создавая правила, и мы передали право государству от нашего имени вершить правосудие и осуществлять э, иные действия э, в защиту этих интересов. А как только мы ему передали, то дальше идет третий подответ на тот же самый вопрос. Что то, что позволено человеку эмоционально, государству не должно быть позволено, потому что оно в данном случае безлично, оно существует на определенных правах, а государство, если оно признает право на жизнь, то оно должно быть для всех, иначе оно само по себе перестает существовать. И оно человека, который отнял другого права на жизнь, обязательно должен доказывать, но не отнимая у него жизнь, и, в значительных случаях, скажем так, используя тот же самое пожизненное лишение свободы. Мне очень часто говорят, что иногда пожизненное лишение свободы, еще два есть аргумента, что, ну, тут написано, да, что смертная казнь, как разрешенный законный вид наказания, деморализует общество в целом и обесценивает человеческую жизнь, подает своим гражданам пример жестокости, реализует путь страха. Понимаете, дело, да, и поэтому даже в тех странах, в которых, ну, вспомните историю, да, или даже там, Россию, помните, что вообще э, кат или палач, он был такой не очень уважаемой, честно говоря, профессией. Хотя, казалось бы, он вроде бы справедливость восстанавливал, и, и палачи всегда были закрытыми лицами, что во Франции, что в, в средней России и так далее. То есть, ну, как бы интуитивно люди понимают, что это не совсем угодное дело от имени государства у кого-то казнить. Мне иногда говорят, что, что, в наших тюрьмах там пожизненное лишение свободы иногда хуже смерти, лучше его казнить. Ну, аргумент очень такой слабый, потому что, ну, так сказать, теперь беспокоимся о том, чтобы он не мучился. Нет ничего, нужно создавать условия, человек пожизненное лишение свободы – очень тяжелое наказание. И последнее это вопрос финансовый, что мы еще их человек, должны содержать. Ну, во-первых, их очень немного у нас там. Чуть больше сотни человек, насколько я знаю, достаточно больше тех, у кого заменено пожизненное решение свободы, э, смертный казнь на пожизненное решение свободы, которые к нам пришли еще из э, советского прошлого, целый ряд их еще э, сказать, находится в местах решения свободы. Но в целом, подход общей мировой я вам показывал, то есть более двух третий стран мира смертную казнь отменили, и, э, либо в законодательной практике. И практически есть только одна или две страны, сейчас не буду добавляться, которые э, после отмены восстановили по разным причинам, в основном политического характера. Самоубийство. Право человека на самоубийство. Я о нем немножко говорил, что э, с одной стороны это право выбора, но с другой стороны э, государство должно принимать э, позитивные меры для того, чтобы исключать обстоятельства, в которые человек должен такое решение принимать, такой выбор делать. И это связано и с психиатрической помощью, и с психологической помощью, и с жизненными обстоятельствами, и с бытовыми, и так далее. Много что на человека влияет. Конечно, государство должно, реализуя право на жизнь, не вторгаясь там его право на выбор, так сказать, иметь жизнь или не иметь, вот, а должно устранять, принимать разумные и Рациональные возможные шаги для того, чтобы таких обстоятельств не возникало, так. вот суицидная карта мира. Думаю, интересно вам показывать. Это на 100 тысяч населения. Вот вы можете посмотреть внизу. Число суицидов меньше 13 на 100, больше 13 на 100 тысяч населения, 6,5-13. 6,5 и нет достаточных данных почти по всей Африке и части Ближнего Востока не так данных. Вот. Вы можете посмотреть, где количество суицидов достаточно серьезное, да? где оно меньше. Странно, видите, Россия, Китай, Европа, за редким исключением, за небольшим исключениями. Вот, везде количество суицидов на 100 тысяч населения более 13. Серьезные, достаточно серьезные цифры. Идем дальше. Евгений Александрович, можно вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, если мы говорим о суициде, то какова здесь ответственность государства? Есть ли она вообще? Какая мера и критерии? Mm -hmm. Значит, ну, я об этом говорил немножко раньше, что согласно и даже зачитывал вот этот вот пункт из замечания общего порядка комитета 36, что в плане того, имеет ли человек право на самоубийство, да, конечно, он имеет на это право, это право личного выбора, и поэтому запрета самоубийств или наказания, ну, я уж так утрирую, в Уголовном кодексе наказания за самоубийство нет. То есть человек – это выбор человека. Но, как мы все знаем, в нашем законодательстве, во-первых, есть доведение до самоубийства. И эта статья есть в Уголовном кодексе. Значит, государство имеет позитивную обязанность привлекать к ответственности судить э, лиц, которые довели другое лицо до самоубийства. Это первое. И второе – государство несет определенную ответственность, позитивную, в части Устранение причин и условий для суицида. То есть выявление предпосылок или причин к тому, что какие-то социально уязвимые группы или какие-то индивидуумы по каким-то причинам прибегают к такому способу добровольного ухода из жизни, и у государства есть позитивная обязанность эти причины, эти предпосылки, эти условия устранять, изучать, исследовать и пытаться предупреждать. Для этого государство должно широко использовать, согласно тем же международным стандартам зарубежной практике, широко использовать различные социологические инструментарии, исследования, изучения, особенно в молодежной среде, поэтому так широко развивается все больше ну, говорить, психологические услуги, Исследования, так сказать, психические отклонения, которые могут быть с этим связаны, и которых могут привести к такому. То есть э, здесь нет э, отношению к суицидам, кроме того, что я сказал, уголовно-правовые реакции, связанные с доведением до самоубийства, здесь нет э, конкретных правовых норм, которые бы, ну, как бы обеспечивали какую-то какую правовую реакцию государства. Здесь больше в целом политика и программы государства предупреждению суицида, предупреждению, предупреждению такого вот ухода из жизни, через изучение причин, мотивов, которые к этому толкают. Сразу же скажу, что, как показывает, к сожалению, международная практика, за редким исключением, ну вот вы можете посмотреть, что в Северной Америке, ну как бы так, все-таки, там тоже были очень высокие цифры, все-таки в той или иной степени ну, в какие-то более-менее такие, я не назову это приемлемым трудно говорить приемлемые цифры, но тем не менее все-таки вот отличается, да, видите, Россия, наш регион и э, Восточная и Западная Европа, и, посмотрите, Северная Америка или Южная Америка, да, в Южной Америке еще меньше. Связано с разными причинами, с традиционной большей жизнерадостностью, если так это можно назвать, людей, которые живут в более хорошем климате, то есть вот Южная Америка, Латинская Америка и так далее. Но тем не менее, как показывает Европа, которая очень много программ проводит против суицида, но тем не менее пока это не приводит к ну таким серьезным позитивным результатам. То есть проблемы некоторые проблемы глубже, хотя они очень сильно стараются их изучать, но суициды, особенно в молодежной среде, достаточно ну, такие серьезные. Вы помните? что в России была целая такая операция против ряда сайтов, которые, не помню название, птичье название, был один из сайтов, которые провоцировали или, так сказать, подталкивали какие-то суициды. Ну, то есть ну, там на этих сайтах общались молодежь, которые, так сказать где-то с случае психика, где-то с такими суицидными наклонностями, и это все там обсуждалось. Поэтому пока, к сожалению, серьезных двигов в этом направлении нет, но, как я уже говорил, кроме случая доведения до самоубийства, в большей степени это не правовые такие нормы и средства, а больше программы, направленные на явление причин, предпосылок, попытки их устранения и работы вот, с молодежью. Спасибо, среди. Евгений Александрович. Вот здесь тогда может быть развитие уже дальше, если мысль, потому что это достаточно серьезная ведь проблема. Мы же видим, что Очень серьезно. характер носит. Если брать э, суициды в армии, скажем, да, среди военнослужащих, там, видимо, будет накладываться еще и другие права, еще и другие обязательства. Или суициды, которые сейчас происходят, поджог перед судом или там, другими государственными mm -hmm. органами. Mm -hmm. Это опять-таки еще одни обстоятельства и уже другие права. Да? То есть разочарованность или та же беднота. Женщина там повесилась, потому что, или там сбросилась с, с окна, потому что ей нечем кормить детей. Да, и тут уже опять-таки с третьей будут обстоятельства и обязательства государства. И, наверное, каждый из этих обстоятельств, он будет, ну, наверное, требует дополнительного изучения, да, прежде чем сказать, что у государства нет никаких правовых обязательств. Да? Я бы сказал так, что вы опять возвращаетесь к тому же самому, вернее, вы подводите итог к общему праву на жизнь. То есть у государства есть позитивные обязательства обеспечивать право на жизнь в соответствии с международными правовыми обязательствами которая состоит из целого ряда компонентов, которые иногда совместно э, существуют. И право и самоубийство, э, оно э, само по себе имеет разную мотивацию. Но во всех случаях, если государство принимает шагов, для того, чтобы устранять эти предпосылки, для, связанные либо с, там, действием правоохранительных или судебных органов, мы с этим сталкивались, да, когда люди кончают жизнь самоубийством, либо когда речь идет, ну, вот недавнее там, самоубийство, где, где в Караганде, по-моему, да, имело место, или когда речь идет о, о, о социально-бытовых условиях, или речь идет о, о, об армии, где в отдельных случаях человек кончается убийством, в других случаях человек берет за оружие и стреляет в сослуживцев. То есть и произвольно и лишает жизни их уже. То есть это все взаимосвязанные вещи. Они охватываются одним общим правом на жизнь. И общая правовая обязанность государства по обеспечению этого права на жизнь во всех проявлениях, по отношению ко всем уязвимым группам, по отношению ко всем обстоятельствам или мотивам, будь то э -э, смертная казнь или будь то э -э, защита от летального применения оружия правоохранительными органами. Будь то самоубийство или будь то автоназия. По всем этим направлениям есть общее позитивное обязательство государства. О чем я говорил в отношении самоубийства? Что в отношении самоубийства нет правовой нормы, которая бы запрещала само по себе самоубийство. То есть вы здесь не обойдетесь каким-то правилом, которое конкретно касается того, что вот не совершайте самоубийство и обязанность государства предупредить самоубийство. А есть позитивное обязательство предупредить обстоятельства, предпосылки и мотивацию добровольного ухода из жизни, как нарушение права на жизнь. В этом смысле, конечно, позитивное обязательство государства есть правовое. Обеспечить право на жизнь, в том числе устраняя причины, предпосылки, условия для э, совершения для, для самоубийства, добровольного ухода из жизни. На аборте не буду останавливаться, с этим понятно. сразу Александрович, вот, э, да, вы да. же показали эту карту. Да. По этой карте там видно, что Узбекистан и Кыргызстан у них там желтая желтым отмечено. Получается, у них я я так думал, что уровень жизни у них немножко ниже, чем в Казахстане. Но с чем это связано? Ерсултан, это... это не так это не так сильно связано с уровнем жизни. То есть самоубийство, mm -hmm. я могу вам сказать, что в, в на определенном этапе, ну исходя из имеющей статистики. В Советском Союзе такой тоже уровень самоубийств был не так высок, по сравнению с современной России. Это не обязательно связано с самим уровнем жизни и с отчаянием от тяжелых социально-бытовых условий. В Узбекистане, в частности, я не, не занимался специальными исследованиями. Естественно, я могу только ну, как бы свою точку зрения высказать, насколько я это знаю. В Узбекистане в значительной степени влияет на то, что не так высок уровень самоубийств то, что мы называем общинностью. То есть вот махаля существование в таком общем пространстве, где зачастую возникающие проблемы разрешаются внутри ну, такого, знаете, коллективного. То есть человек не остается до такой степени в одиночестве, что к нему, так сказать, эта мысль реализуется. Больше работают традиционные, которые позволяют какие-то проблемы не доводить несмотря на значительно худшие экономические условия социально экономические уровне поэтому тут разные разные моменты связаны с как бы так сказать, с тем что такие цифры но они не очень сильно разнятся хотя они и в желтом там, где-то э, где, -то, где -то на, на границе. Но это надо смотреть специальные исследования. Это есть э, исследователи, вы можете посмотреть, если вас будет интересовать. Э, я специальными такими исследованиями не занимался, но вот насколько себе представляю, что, возможно, это связано с такими вот как бы, традиционными способами коллективного разрешения проблем и, таким образом, понижение, э, так сказать, вот этого уровня отчаяния даже в условиях э, серьезных э, экономических проблем и более низкого уровня жизни. Быстренько проходим, у нас времени не очень да. много осталось. Я постараюсь. Вот, как тебя... раз Евгений Нати, если можно будет, вот если мы говорим о эвтаназии, да. то допустимость применения это ведь тоже право, право выбора человека тяжело больного. Я знаю, что в некоторых странах, как Нидерланды, Бельгия, Канада, разрешено. А в некоторых странах она считается, что допустимость эвтаназии применения как доведение до самоубийства… Давайте сейчас мы быстренько пройдем, я на ваши вопросы отвечу. Итак, быстро проходим, потому что как раз несколько слайдов посвящены этой теме. Итак, эвтаназия – это приближение смерти больного по его просьбе какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение искусственных мер по поддержанию жизни. А... Вот. Значит, очень интересно. Посмотрите э, социологический опрос, который был проведен э, несколько лет назад лет, лет 7 назад в России. Если вы близкий вам, считаете, ли вы автоназию законной, вот вы видите, где-то 50 на 50. И дальше, если бы близкий вам человек был болен, страдал и просил помочь ему умереть, приняли бы вы решение об автоназии. 55% ответил да. Соответственно, можете посмотреть 12% ответили затрудняюсь, и нет 33%. То есть вообще больше половины опрошенных в Российской Федерации ответили на этот вопрос положительно. Хотя там она запрещена. Это очень интересная такая тоже, это такая, такая некая обратная э, характеристика. Ну, то, со смертной казнью вы видели с точностью наоборот. То есть нужно применять смертную казнь, да. А здесь, наоборот, э, как бы так сказать, процент вот такой на эмоциональном уровне реагирует на поставленный вопрос таким образом. Давайте посмотрим теперь. Э, Несколько, несколько, терминов. Во-первых, существует два вида эвтаназии. Пассивная и активная. Одна – это прекращается оказание направленной на продление жизни медицинской помощи, что ускоряет наступление естественной смерти. В той или иной степени он практикуется в разных странах. Не в том смысле, просто ну, уже лечить бесполезно, человек возвращается домой, ничего не сделаешь, и уже поддерживать невозможно. Активное – это введение умирающих лекарственных средств либо другие действия, которые влекут за свою быструю смерть. К активной относят по существу, вы правильно сказали, Гульмира, самоубийство с врачебной помощью. Представление больному по его просьбе препаратов, сокращающих жизнь. А она бывает добровольная по просьбе больного или с его предварительного высказанного согласия. И недобровольная без его согласия, потому что он такого согласия дать не может. То есть, когда он находился в сознании и имел возможность добровольным изъявления, он или она, значит, могли такое согласие, так сказать, такую просьбу высказать. Если его нет, то, соответственно, за него решение принимают его близкие родственники и так далее. Аргументы в пользу эвтаназии. Достаточно интересный, есть такой известный э, детский хирург, и академик Академии наук Станислав Долецкий. Он сказал, что борьба за жизнь президента, вопреки существующим догмам, справедлива только до того времени, пока существует надежда, что спасение возможно. Когда оно утрачено, стоит вопрос о милосердии, который проявляется в эвтаназии. Гуманный врач – врач, который делает добро больному, несмотря на устоявшееся мнение. Э, такое мнение достаточно спорное, потому что, э, помните, мы с вами говорили о врачебной ошибке, я упоминал, что очень трудно сказать, вот, когда, скажем так, надежда утрачена. Вот. Проведу вам простой пример: что далеко ходить. Давайте нашу сейчас ситуацию с COVID-19, с пандемией посмотрим с коронавирусом. И мы понимаем, что пройдет еще там, ну, месяц, ну, два, ну, три, ну, полгода. И дай Бог, чтобы подтвердились данные о 94% эффективности вакцин. Соответственно, будут вакцины, которые, наверное, защитят от заболевания коронавирусом и, соответственно, спасут жизнь. Но больше миллиона человек умерло, не дождавшись вакцины. И никто не знает, так вот, так сказать, когда она появится и когда она спустится. Понятно, что вакцина – это не лекарство. Понятно, что она не спасает, она не лечит болезнь, она предупреждает заболевание, предупреждает инфекцию. Поэтому здесь очень много вопросов, которые с этими, в связи с этим возникают. Поэтому я привел специально эти так сказать, аргументы господина Долецкого, или это его эмоциональное выражение. И теперь несколько аргументов в пользу автоназии, потом аргументы против автоназии. Человеку должно быть представлено право самоопределения, вплоть до права на смерть. Понятно. Человек должен быть защищен от жестокого и негуманного лечения. Человек имеет право быть альтруистом, пожалеть своих близких, не обременять их ни морально, ни финансово. Экономическая сторона проблемы – Лечение содержания обреченных отнимает немало средств, а их часто, особенно у людей с низкими доходами, просто нет. Теперь аргументы против. Активные эвтаназия – покушение на право на жизнь. То есть у него есть право на жизнь, и он его отнимает. Даже по его просьбе. Если Возможно, диагностическая, и прогностической ошибки врача. А вдруг врач ошибся, а в действительности у него не то. Может такое быть, ну, может какие-то случаи. Так же, как я говорил, что врач может быть недостаточно компетентен. Возможность появления новых медикаментов и способов лечения. Неизвестно, когда уходить из жизни, а вдруг завтра уже будет что-то, что тебя спасет. И наличие эффективных, более утоляющих средств, ну, той же самой помощи в виде, так сказать, ухода и прочее. И, наконец, риск злоупотреблений и психологические аргументы. В каком состоянии психологическом находится человек – и как он оценивает свое собственное состояние с точки зрения принятия такого серьезного решения, если он в сознании, или в каком психологическом состоянии находятся его родственники, которые близкие родственники, которые могут такое решение принять? В 1999 году парламентская ассамблея Совета Европы, как бы такое, знаете, как право на смерть, она приняла рекомендацию о защите человеческих прав и достоинств неизлечимых больных. И тогда она все-таки, ну это, как вы понимаете, было 20 лет назад, больше 20 лет назад, она написала, что в этой резолюции написали, что обе эвтаназии, то есть она выступила против эвтаназии в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Говорила о представлении больным неизлечимой правовой социальной защиты, в том числе защиты их достоинства. Здесь же есть очень важный момент правовой. Один, одна проблема – это медицинская, конечно. А вторая проблема – это проблема правовая, как в правовом смысле это оформить, какими правовыми нормами это надо обеспечить и, самое главное, как защититься от злоупотреблений. Потому что, как и в случае со смертной казнью, эвтаназия вопрос необратимый. То есть, если человек осуществил его самоубийство с помощью врача, обратно не вернешь, даже в случае врачебной ошибки, появления нового лекарства или того психологического состояния, из которого можно было человека вывести, для того, чтобы он такое решение не принимал. Необходимо уважать мнение больного в отношении его дальнейшего лечения и, наоборот, не в начало или прекращение лечения, если оно выражалось в форме заявления и представляется неназначенным пациентом полномочным по здоровья. Ситуация, когда воля неизвестна, следует избегать настойчивого лечения, только продлевающего процесс умирания, если это не приносит больному никакой пользы. И каждому больному необходимо обеспечить доступ к паллиативному лечению высокого стандарта, прежде всего, эффективному противоболевому лечению, даже если это угрожает побочным действиям в виде сокращения жизни. Очень много нюансов в, этом, в этих рекомендациях. Поэтому единого подхода нет. Очень важный момент кто принимает такое решение: жизни или, или смерть. Это было достаточно интересное решение Европейского суда по правам человека по делу глаз против Великобритании, когда значит, был подвергнут операции вот этот вот больной молодой человек тяжелой формой умственной и физической инвалидности, у него там был цел, целый э, набор разных. И, значит, врачи сообщили матери, что он умирает, дальнейшая интенсивная терапия не имеет смысла, предложили применить морфий с целью смягчения симптомов удушья и страха. Мать не согласилась, полицейский пригрозил ей арестом, и врачи вели э, ему э, героин сами. Э, то есть, и решили провести эту процедуру, не приводя э, его в сознание. Вот. И э, по мнению Европейского суда по правам человека, это такое знаковое очень дело 2004 года, решение о лечении Дэвида против воли матери являлось вмешательством право Дэвида на уважение его частной жизни. И они считали, что имело место нарушение Конвенции Европейского по правам человека в части э -э -э, так сказать, в связи с ведением героина без согласия матери. Суд при этом не рассматривал процедуру вот этого, не приводя, то, что его не приводили в сознание, поэтому он сам... Не хот... то есть, ну, у него, хотя у него и так-то умственная и физическая инвалидность была. Даже очень интересное дело. Давайте посмотрим насчет легализации автоназии. В некоторых странах разрешено представлять пациенту препараты, с помощью которых может уйти из жизни. И в некоторых странах просто автоназия полностью легализована. В некоторых странах это она легализована частично, потому что касается конкретного случая, конкретных определенных обстоятельств. В некоторых странах она, в принципе, как институт установлена. Вот страны, значит, где это есть, чтобы вы знали. Значит, помимо того, что сказала Гульмира, это Нидерланды, Швейцария, Штаты в четырех штатах США, Бельгия, Люксембург, Колумбия, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Германия совсем недавно. Не будем останавливаться на, на больше на, так сказать, эвтаназии, Понятно, в Казахстане эвтаназия запрещена, мы об этом чуть позже скажем. Вот, э, дискуссионная очень сильная тема, но, как вы видите, количество стран не превышает десятка, ну, включая несколько штатов США, в которых это применено. Поэтому пока общемирового тренда в этой части, в легализации эвтаназии и установления, пока нет. Трансплантация, замещения поврежденных отсутствующих тканей, э, значит, э, понятно, я на ней останавливаться много не буду, она тоже входит в панте права на жизнь. И вот, ну, правда, интересные данные. Смогли бы вы стать донором, побоялись бы это сделать, смогли бы принять органы, отказались бы. Смогли бы вы стать донором для больной матери и принять такой подарок от нее. Российские тоже данные, можете посмотреть, что 84% отказались бы 69, побоялись бы 30. 16 смогли, а 84 отказались. Достаточно интересные такие цифры, опросов. Несколько лет назад такой опрос в России проводился. Остановлюсь немножко, потому что этот вопрос у нас, как вы знаете, поднимался в ходе принятия нового кодекса об охране здоровья и системе здравоохранения. Виды правового регулирования изъятия органов и тканей умершего человека достаточно интересная тема. По существу их существует этих видов три. Рутинное изъятие признается собственностью государства. Есть такие страны, где это рутинно просто изымается и никого не спрашивают. Есть презумпция согласия. То есть, если при жизни не было высказано, оформлено и четко высказано несогласие с возможностью донорства, Означает автоматическое согласие. Вы сейчас увидите, в каких странах какие страны это существует. Ну и презумпция несогласия. Изъятие органа возможно только в случае при жизни на согласие донора, либо после его смерти согласия родственников. Здесь а, а, есть некий конфликт интересов и прав. С одной стороны, право человека на свободу и добровольное определение судьбы своего физического тела после смерти. С другой стороны, потребность пострадавших людей да, в органах, тканях для трансплантации, их право на здоровье, а иногда на жизнь. Вообще, с точки зрения этики, и эта позиция Всемирной э, медицинской ассоциации, что наиболее приемлемым следует признать принцип презумпции несогласия. Я лично стою тоже на этих четких принципах. Давайте развивать культуру донорства, давайте люди убеждать, что нужно друг другу помогать, давайте, чтобы люди писали при жизни и поощряли, тому, чтобы они писали при жизни, в том числе, когда пишут завещание и так далее, что их органы так сказать, могут быть или просто пишут это согласие, не обязательно даже молодые люди, к сожалению, мы ничего не застрахованы, в том числе от гибели в каких-то ситуациях, когда, возможно, органы кому-то помогут. Давайте это поощрять и продвигать, но не презюмировать согласие просто потому, что у человека там, просто потому, что он при жизни это согласие не дал. И считать, что раз не дал, раз не согласие не высказал, значит он согласен. Рутинное изъятие было в СССР, в СССР органы изымались и использовались просто. Презумпция согласия, предполагаемое согласие, ну, из тех стран, которые я тут привожу, это Россия, Австрия, Бельгия, Испания, Венгрия, Чехия, Казахстан. Презумпция несогласия – США, Канада, Франция, Германия, Португалия, Голландия, все скандинавские страны и Польша. Я здесь не привожу, просто время для, так сказать, мы так, время получается даже больше, чем я думаю, потратили, но особенно для разъяснения всех элементов права на жизнь. Я здесь не привожу, есть очень интересная фетва такого от мусульманских богословов, достаточно признанная, которые говорят о презумпции, тоже презумпции не согласия, что исходя из канонов ислама, то есть человек имеет право на свое на свое тело, и поэтому презумируется несогласие. Поэтому если кто-то хочет пожертвовать или, так сказать, выступить донора, нужно, соответственно, получать предварительное согласие. Клонирование. Воспределение. Не буду на этом останавливаться, хотя оно стало с правовой точки зрения все более таким вопросом. Значит, тоже в России был проведен, я использовал и российские данные, был проведен Опрос социологический, как вы относитесь к клонированию? Вот, посмотрите интересные данные. Против 44, не знаю, что это такое, 12, 40 относится положительно. То есть, как бы единой позиции нет, где-то 50-50, народ, в общем-то, если так можно сказать, не определился. Тем более, что 12% даже не знает, что это такое. Тем не менее, есть определенные перспективы клонирования использование стволовых клеток для лечения заболеваний, выращивание органов, не вызывающих отражения, дети для бесплодных семей, создание поголовья высокопродуктивных домашних животных, восстановление исчезнувших сохранение нередких видов, разных видов, так сказать, фауны и флоры и так далее. Ну, прежде всего, фауны, конечно. Быстренько аргументы за, аргументы против. Аргументы за. Появляется возможность выращивания пересадки органов, поможет, поможет победить многие болезни возможность бездетным семьям иметь детей, оказание помощи людям с тяжелыми генетическими заболеваниями. Аргументы против – право одного человека на клонирование другого, как его устанавливать, и почему он такое право имеет, использование клонов в корыстных целях, опасность проведения экспериментов и их последствия, научная база для проведения экспериментов и прогнозы последствий клонирования. Поэтому ООН вынуждено было несколько лет назад принять даже специальную декларацию и сказала, что обращается призыв принять все меры, необходимые для соответствующей защиты человеческой жизни в процессе применения биологических наук. Что обращается призыв запретить все формы клонирования в такой мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством в защите человеческой жизни. Обращается призыв принять меры, необходимые для запрещения использования методов генной инженерии, которые могут противоречить человеческому достоинству. Обращается призыв принять меры для превращения эксплуатации женщин в процессе применения биологических наук. Обращается призыв без для принять истинный национальный закон для обеспечения выполнения вот этих предыдущих пунктов и обращается призыв к финансированию медицинских исследований, учитывать неотложные глобальные проблемы, ВИЧ, СПИД, туберкулез, малярия, которые особо затрагивают страны. Поэтому сложный вопрос, нашему законодательству клонирование запрещено, поэтому тоже одна из тем наряду с автоназией, которая предает обсуждаться, и где делаются попытки выработать вот единый общемировой респонс, как говорится, ответ, но пока все это в порядке развития. Основные принципы применения силы огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Я вам говорил, когда мы говорили о применении летальной силы и запрещении применения ее в условиях, когда нарушается право на жизнь. Есть вот 90-го года эти основные принципы, можете посмотреть, что в них, в них изложено. Вот кодекс поведения должных лиц по поддержанию правопорядка, и эти основные принципы, хотя они документы мягкого права и не являются там ратифицированными договорами. Но они представляют очень хорошую фундаментальную основу для правоохранительных органов, органов социальной безопасности и военных, для того, чтобы, используя их, обеспечивать соблюдение многих прав, в том числе права на жизнь. Поэтому, к сожалению, я бы не сказал... Да, и эти, эти правила, эти основные принципы, насколько я знаю, преподаются и в Академии МВД, и в других, то есть и в колледжах финансарной системы. То есть их используют, но пока они своего, как мне кажется, надлежащего отражения в нашем законодательстве не нашли. Во всех случаях сдержанность нужно применять. То есть, ну, все то же, о чем мы уже говорили. То есть, речь идет о том, чтобы каждый раз применение силы, особенно летальной, связанной с посягательством на право на жизнь, должно следовать определенным принципам. Эти принципы строго должны соблюдаться. А если, к несчастью, произошло такое применение, повлекшее лишение жизни, нужно очень четко и внимательно изучать каждое обстоятельство для того, чтобы, исходя из международных стандартов, применение этой силы было связано с непосредственной угрозой. Речь не идет о вооруженных конфликтах и войнах, это другая составляющая. Чтобы это применение силы было связано с очень четкими критериями, с пониманием, что только в условиях серьезной угрозы жизни или непосредственно угрозы жизни применяющих или серьезных ранений летальная сила применялась. Ну вот девятый принцип, это как бы такое, резюмирует, что применяется, воро... применяется огнестрельное... не применяет огнестрельное оружие против людей, за исключением случаев самообороны, или защиты других лиц от неминуемой угрозы смерти, или серьезного ранения, или с целью предотвращения совершения особо серьезного преступления, влекущего за собой большую угрозу для жизни, с целью ареста лица, представляющего такую опасность, сопротивляющегося их власти, или с целью предотвращения его побега, или в тех случаях, когда менее решительные меры недостаточно для достижения этих целей. В любом случае преднамеренное применение силы со смертельным исходом может иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни. Вот каждое применение такой силы, оно должно, даже если оно не имело в качестве последствий лишение жизни, оно должно проверяться. Вот эти основные принципы, я, вы помните, все время говорил, что это право принципов, а не норм. Очень трудно прописать э, вот, четко все обстоятельства, при которых огнестрельное оружие, в том числе летальное, может быть применено и повлечь за собой лишение жизни. Но э, для того и существуют эти принципы, чтобы эту каждую конкретную правовую ситуацию, в которой произошло такое применение летальной силы, и в которых, не дай бог, были последствия связанные с э, лишением жизни, чтобы они очень четко проверялись эти ситуации, эти обстоятельства на соответствие этим основным принципам. Тогда будет понятно, было ли применение силы и его последствия соответствующими международным стандартам или нет. Быстренько проходим по национальному законодательству Казахстана, чтобы 10 минут оставить на возможные вопросы. Конституция Республики Казахстан. Каждый имеет право на жизнь, никто не вправе произвольно лишать человека жизни, смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предупреждением приговоренному права ходатайствовать по помилованию. Я уже говорил, что э, или те, кто отслеживал э, небольшую дискуссию в социальных сетях, прежде всего, или в средствах информации после того, как Казахстан подписал второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Была небольшая дискуссия по этому поводу. Я свою точку зрения тоже высказывал. Я ее придерживаюсь. Она вполне так сказать, обоснованная. Что, во-первых, мягко говоря, было, <свенит> извините, передернуто, потому что было написано, что Казахстан отменил смертную казнь. Казахстан ничего не отменил. Казахстан присоединился к протоколу, что не означает, что протокол стал действовать. Для того, чтобы протокол стал действовать, Казахстан должен его ратифицировать, потому что в данном случае второй протокол – это точно такой же международный договор, как и сам пакт, которому он принят, направленный на отмену на смертной казни. Ратифицировать э -э, протокол мы не можем, пока мы не сделаем конкретных шагов, а именно не уберем из нашего э -э, законодательства, начиная с Конституции, э -э, теоретические преступления, совершенные с э -э, гибелью людей, потому что протокол такого, таких преступлений не предусматривает. В качестве оснований для назначения смертной казни. У нас только особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Вот это он предусматривает. Причем для того, чтобы это действовало, предусматривает, протокол предусматривает в виде оговорки. То есть Казахстан, когда, если соберется его ратифицировать, обычно с момента, как мы подписываем какой-то договор по правам человека, до момента, когда он начинает на нашей территории действовать, то есть и его ратификации, и, соответственно, потом он начинает действовать, проходит обычно от года полутора до двух лет. Поэтому само подписание еще не означает, что до 23 -го года, там, до 22 -го мы он уже будет действовать. Но проблема еще и заключается в том, что к нему нужно приводить в соответствие национальное законодательство. Если мы даже соберемся делать оговорку, что мы сохраняем эти преступления, то есть мы сохраняем смертную казнь за преступления особо тяжкие, в совершенно военное время. Если мы эту уговорку делать будем, то все равно из Конституции мы должны убирать все другие преступления, кроме этих. И, соответственно, все другие преступления подобные, там, включая там, посегательство на жизни президентов и так далее, мы должны убирать из уголовного кодекса тоже. Только тогда у нас будет возможность сделать оговорку и ратифицировать протокол. Поэтому пока больше это такая как мне скажется, пиар-акция, извините, уже за такое немножко пессимистическое отношение в части присоединения протокола и движения, но пока до ратификации достаточно, к сожалению, далеко. Второе, есть в этом позитивный момент, тот, что после того, как были изменено вот это положение Конституции, то в принципе смертная казнь у нас сейчас, сфера применения смертной казни ограничена только террористическими преступлениями, которых у нас, слава богу, почти нет, кроме случая господина Куликбаева в Алматы. Больше у нас так сказать, случаев совершения преступлений, которые бы предполагали применение смертной казни, или людей, которые бы судили за те преступления, по которым смертную казнь надо применять, таких случаев не было. Ну и тоже, слава богу, у нас нет военного времени, мы ни с кем не находимся в состоянии войны, поэтому пока надеюсь, что всегда так будет, вот эти вот основания для применения смертной казни у нас не существует. Идем дальше. Гражданский кодекс общая часть, не стал значит, приводить там смертную казнь в уголовном кодексе или преступление, за которое она назначается. Вот, ну, достаточно то, что я сказал в Конституции, не будем на этом останавливаться. Значит, в гражданском есть общая часть у нас есть статья 115, к личным неимущественным благам и правам относится жизнь. То есть жизнь – это не личное и право, и, соответственно, оно закреплено в нашем гражданском законодательстве. Ну и дальше посмотрим кодекс о здоровье и сохранении. Там есть несколько статей, которые в той или иной степени затрагивают право на жизнь, так как я его представил вам с начала лекции. Ну, во-первых, это речь идет об искусственном прерывании беременности и аборте. Это касается следующее. Клонирование и эвтаназия. Ну вот, видите, в республике Казахстан клонирование запрещается, осуществление эвтаназии запрещается. Все, две нормы, поэтому первое и второе у нас не действуют. Все, что касается остальных моментов, связанных с правом на жизнь, а это э, все то, о чем я говорил. Это, ну, давайте так пойдем опять по, по порядочку. Право на самоубийство. Мы только что говорили с и вот он задавала Народнолубаяновна, что здесь речь идет не столько о каких-то правовых нормах, касающихся самоубийства, здесь идет о общей правовой норме обеспечения права на жизнь и дальше вопросов, которые бы решались в рамках каких-то государственных позитивных действий и мер для исключения обстоятельств или устранения обстоятельств, причин, предпосылок для добровольного ухода из жизни в виде сумбиста. Автоназия клонирования у нас нет, значит, дальше идет защита жизни и безопасности, и там очень много всего, всех социально уязвимых групп, и об инвалидах с разумными приспособлениями, и о праве на жилье в рамках обеспечения права на жизнь, и право на здоровье в рамках обеспечения права на жизнь, и на питание, и много-много-много чего, где касается и каких-то сфер, и каких-то конкретных уязвимых групп. Ну и последнее, это то, что связано с действиями правоохранительных органов во всех их проявлениях и применением смертельного оружия. Как я уже говорил, что здесь есть куда двигаться, прежде всего, может быть, даже не столько в законодательстве, хотя в законодательстве тоже, но есть куда двигаться с точки зрения применение тех принципов международного права, которые связаны, ну, в случае, с теми двумя документами, которые я процитировал, это кодекс э, поведения должных лиц по поддержанию правопорядка и основным принципом применения силы со стороны органов. То есть вот этот весь, э, вот это все международное право, вот эти международные стандарты, они, э, э, как бы, во-первых, минимально, во-вторых, они составляют правовую и основу такую с точки зрения набора принципов, которые государство должно так или иначе реализовывать. То есть я думаю, что сейчас, опять же, отвлекаясь от смертной казни, я убежден, что такого понимания права на жизнь, как сейчас оно расписано в том же самом замечании общего порядка номер 36, такого понимания в нашем государстве, к сожалению, такого комплексного, всеобъемлющего, всеохватывающего, с отдельными элементами, каждый из которых требует своей реакции, своего законодательного э, обеспечения, своего практического применения, своего обучения, прежде всего тех же самых сотрудников органов, тех же самых тех, кто отвечает у нас за э, социальную политику, потому что, например, э, не уверен, что Министерство труда там и Социальной защиты в такой степени знакомы с этим замечанием общего порядка, ряд э, э, позиции которого их касается напрямую, потому что к их ведению относятся инвалиды и, и, так далее, или вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, там, с различного рода, различные моменты, или Министерство здравоохранения, или Министерство внутренних дел, к ведению которых относится там, к комитету миграции и мигранты, вот. или Министерство образования и науки по правам ребенка. То есть есть целый ряд моментов, когда на право на жизнь под этим углом зрения эти ведомства, возможно, внимания не обращают достаточно. А это требует своего, так сказать, своего разрешения. Я постарался в этой лекции максимально полно вам представить это современное понимание права на жизнь, как я уже сказал, эта презентация вполне будет, так сказать, скажем, всем распространена, всем, кому это будет интересно. Надеюсь, что вот это современное понимание права на жизнь, эти современные средства, современные, в том числе, спорные вопросы будут вам полезны и будут каким-то образом, так сказать, служить Возможно, для, особенно для тех, кто занимается правами каких-то уязвимых групп, или, или там отменой смертной казни, или продвижением, или интересуется проблемами клонирования или эвтаназии, или особенно занимается вопросом общественного контроля над правохотельными органами. Вот это тут фунда такое фундаментальное представление, которое постоянно развивается в международном праве и международной практике будет полезно. Тем более, что по каждому из, как можете представить себе, по каждому из вопросов, которые я поставил в самом начале почти того, чем занимаемся, по каждому вопросу большущее количество исследований, происходит постоянное развитие международного права в этом направлении, и это все можно будет, кому будет интересно изучать и пытаться продвигать в нашей стране, чтобы право на жизнь было обеспечено в той мере, в которой это сейчас в международном праве, в международной практике представляется. Спасибо всем, кто дослушал. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, буду готов ответить. Вопросы. Есть, Он например, такой банальный. Евгений Александрович, вопрос банальный. Вот вы смотрите, как специалист в целом на Казахстан. В какой части вы думаете, право на жизнь ограничивается в большей степени? Например, сейчас актуально, понятно, право на здоровье, доступ к медикаментам, доступ к врачу, ну и самое главное, результат да, от этого всего. Либо там, жить в благоприятной окружающей среде. И в этой части еще более уже доступ к информации. Например, до сих пор в столице, я, как житель города Нур-Султан, до сих пор не могу понять. Я знаю, что лет 20 назад были серьезнейшие, серьезнейшие проблемы с проживанием в районе красной деревни. Например, там был очень высокий уровень радиации от, от открытых залежей урана. Ситуация на сегодня вряд ли изменилась, но информации нигде не найдешь, доступ к информации закрыт, да? Вот хочешь узнать, не понимаешь, в каком районе лучше тебе жить, чтобы меньше угроз было разных. Вот, то есть, как бы, как вы думаете, чем граждане больше должны быть озабочены, куда смотреть, в какую сторону? Ну, Или во все-таки вот только к полиции привлечь свое внимание и все, потому что это, честно говоря, уже все ну вот оно просто есть, и мы думаем, что оно уже должно быть так вот с нами, да, без этого никак. Ну, я бы сказал так, что, во-первых, я бы обратил ваше внимание на то, что как в той лекции, которую я читал несколько дней назад по праву на недискриминацию, как вы видите, право на жизнь, оно тоже в каком-то смысле определенное кроссовое. То есть оно касается не только, оно не существует само по себе в таком безвоздушном пространстве. Оно, как вы видели, через, через другие конвенции, которые я привел, они там присутствуют и конвенция о статусе беженцев, там, и конвенция международных конвенций о правах трудящихся мигрантов, и конвенция э, декларации о насилии в отношении женщин, и конвенция о правах ребенка. То есть вы видите, что там, где, в общем-то, речь идет о правах какой-то уязвимой группы или конвенция о правах инвалидов, в то же время проходит, как бы, так сказать, рефриально право на жизнь, потому что у этих уязвимых групп есть специальные специфические потребности для того, чтобы право на жизнь тоже соблюдалось. Поэтому в этом смысле... Можно говорить о большом таком целом пространстве, в котором право на жизнь должно обеспечиваться по разным основаниям и для разных групп. Это первое. Второе. Мне трудно сказать, для этого нужно четкие исследования проводить. Я думаю, что когда мы ведем речь о праве на жизнь, нельзя пользоваться количественными характеристиками. То есть просто говорить: столько-то людей умерло больше от недостаточной медицинской помощи или больше. Или некачественные, или неквалифицированные, или больше от тяжелых экологических условий, или больше, добавлю, там, от тех же самых дорожно-транспортных происшествий, или от, от каких-то социальных обстоятельств. Я думаю, что сейчас, конечно, для нас, вот, я бы, наверное, сконцентрировался на трех вещах. Прежде всего, это медицинское обеспечение, медицинское обслуживание, медицинская помощь, особенно в свете коронавируса. То есть, потому что я думаю, что мы, я уже об этом даже в каком-то из своих интервью говорил, что у меня такое ощущение, что мы сейчас сталкиваемся с финансированием, с последствиями финансирования здравоохранения по, по остаточному принципу и будем сталкиваться еще и с последствиями финансирования образования по статистическому принципу. Потому что, к сожалению, мне, казалось, мне кажется так, что государство наше настолько сконцентрировалось на развитии экономики, на поднятии там, бизнеса, на продвижении каких-то вещей, то есть что даже смотря по бюджетам, вот эти вопросы, серьезнейшие вопросы медицинского обеспечения и образования, они как-то ушли на второй план. Сейчас мы с этим сталкиваемся не только мы, кстати. То есть многие страны сейчас это обнаружили, что э, ответ на пандемию оказался неадекватен практически у всех. Нет никого, кто бы полностью вот, э, смог за счет э, хорошо развитой системы. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому я думаю, что вот эта проблема э, медицина, ну, обеспеченностью соответствующими койко местами, обеспечению, особенно в сельской местности, обеспечению квалифицированными кадрами, медицинскими с достойной заработной платой с серьезным, потому что, честно говоря, не нужен, если здоровья нет. Поэтому, а, а тем более, с, когда это вопрос угрожает жизни, что, что, вытекает из, из системы здравоохранения и обеспечения медицинской помощи. Поэтому я думаю, что вот это первое. Второе, конечно, это социальные условия. Это, да, конечно, мы не находимся в, как в Африке, да, в условиях серьезного голода, умирающих там детей и так далее. Но, тем не менее, уровень социального обеспечения, уровень питания. Я, ну, я простой вам пример приведу, что далеко не ходить. Посмотрите в структуре наших расходов, какое место занимает два ключевых с точки зрения права на жизнь компонента ⁇ питание и проживание, то есть питание крыши над головой, продукты. То есть если большинство стран где-то крутится от 10 до 15%, у нас зашкаливает за 50%. Поэтому сам факт того, что в, нашем, в наших доходах так сказать, вот эта составляющая такая высокая, это серьезная проблема. Это серьезная проблема и с точки зрения адекватного полноценного питания, вот, которая неизбежно связана со здоровьем и с правом на жизнь. Ну и третье, я туда же бы добавил, конечно, окружающую среду, вы абсолютно правы, потому что эта ситуация достаточно серьезная, и я сам свидетель просто живой, слава богу, свидетель того, как в том же самом Искаменогорске совершенно очевидный там, мой кашель и моя реакция, на загрязнение окружающей среды, не, всеми врачами, так сказать, квалифицировать как УРЗ, и втихуя не говорит, что им запрещено другие какие-то диагнозы ставить, или как-то это в какой-то степени увязывать с каким-то выбросом. То есть, ситуация ну и У нас целый ряд городов, и Алматы, в том числе, и скажем, Миргорск, еще ряд городов, конечно, находится в зоне ну, такого пусть не полностью экологического бедствия, но значительно сокращающего. Мы же не просто жизнь, право на жизнь это когда ее лишили. Право на жизнь это еще и вопрос ее продолжительности ее сокращение. Поэтому я думаю, что я бы вот эти три, не ранжирую их никак и не предполагая, какими последствиями несоблюдения этих прав, какие последствия наступают в части сокращения продолжительности жизни и в качестве и, и, так сказать, нарушения здоровья, которое тоже сокращает продолжительность жизни. Вот. Не берусь, но я думаю, что вот эти три, они ключевые. А дальше, конечно, можно говорить и о самоубийствах. Мы увидели, что мы достаточно, у нас достаточно высокий показатель в этом отношении. Можно говорить о, я уже говорил, о дорожных происшествиях, во всем, что происходит на наших дорогах. Можно говорить хоть о каких-то других уже вещах. Но я думаю, что вот эти три сейчас, наверное, самые главные, на которые нужно обращать внимание, и которые не разрешаются просто какой-то правовой нормой в каком-то законе, что очень важно, а разрешаются очень последовательные очень рациональные очень продуманной, долгосрочной политикой, так сказать, ясной, понятной гражданам. И я думаю, что и в интересах граждан смотреть на то, как расходуются национальные, государственные и местные бюджеты в этой части, и как они вносят свой вклад для того, чтобы это право на жизнь вот в, той, его, в том его представлении соблюдалось. Спасибо вам большое. Время уже 12. Да, 14. да, спасибо большое всем, кто, кто меня слушал. Пожалуйста, один к вам. Сессию вопросы и ответы мы должны закончить. Но mm -hmm. я хотела бы обратиться к участникам. Я вижу, что здесь большая масса <coughs> сотрудников Бюро по правам человека, и нам, конечно, всем очень важно иметь представление о том, что такое право на жизнь. Вот, может быть, я попросила бы участников, сотрудников Бюро и не сотрудников Бюро поделиться хотя бы в своих группах, где вы есть в соцсетях, ну, написать об этой лекции что-то, потому что, ну, у нас же цель не пиарить Евгения Санча, у нас цель взять от этого потенциала Евгения Александровича то, что можно взять, вот, буквально без какой-либо оплаты такая лекция проводится, мы ее записываем, и хотелось бы, чтобы больше людей узнали о своем праве на жизнь, потому что все говорят только смертная казнь, а на самом деле это все, что мы есть, и все, что рядом. И мы об этом очень редко задумываемся. Если мы с вами ну, хотя бы по 10 раз сделаем репост, не надо с нашей страницы, пожалуйста, можете не делать с нашей страницы, сделайте из какой-нибудь другой страницы. То есть мы не заинтересованы в пиаре себя, мы заинтересованы в пиаре продвижения прав. Большое спасибо, Евгений Александрович, за ваш вклад, за то, что вы член нашей организации и так активно участвуете. Огромное спасибо. Мадина, извини, что я забрала у тебя слово. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Спасибо большое, участники. Я поддерживаю слова Нараны Любаевной. Ссылку... Так, ссылку. Так, вы здесь просите ссылку, друзья. У нас все публикуется на сайте... Я презентацию, Мадин, я вам презентацию чуть позже пришлю, такую для хорошо. окончательного распространения. Хорошо, хорошо. хорошо. Вот, из по позволения Евгения Александровича. Презентацию участникам, кому нужно, тоже напишите, пожалуйста, в чат я вам все вышлю. И, пожалуйста, смотрите за обновлениями, которые мы на нашей странице публикуем, потому что мы все анонсы наших э, брифингов э, и других мероприятий по правам человека, мы все это выкладываем и изучаем. Пытаемся как можно больше охватить э, людей, граждан. Поэтому спасибо всем большое. Я подожду еще пару минут в чате. Напишите, пожалуйста, кому нужно будет отправить презентацию, я ее вышлю. Всем спасибо. Благодарим вас. Очень спасибо. детально спасибо. разъяснили спасибо. очень интересной лекции, Евгений Санч. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо, ну, спасибо большое.